Сообщалась она у нас посредством. Она приходила лично и была вручена судебная повестка. Когда она не доставлена, но повестка очень дорогая. Итак, слушается гражданское дело по заявлению Ярцева Галины Валентиновны об оспаривании действий судебного пристава исполнителя. Судебное заседание у нас не явили. Значит, секретарь, ложится я. Судебное заседание явили. Судебный пристав исполнитель Бравина, представитель отдела судебных приставов Великого Новгорода номер 2 Сарычева, представитель управления Федеральной службы судебных приставов Соловьева, представитель заинтересованного лица управляющая компания номер 9. Все, да? Да, все. Ну, так, присаживайтесь. Итак, пожалуйста, суд установит личность явившихся лиц. Итак, оспариваются действия судебного пристава. Представьтесь. Судебный пристав исполнитель. Простите. Тогда давайте начнем. Слушайте, вы у нас опоздали, да? Да. Итак. Я хотела задержалась. Так, пожалуйста, документы собраны с вами. Поделитесь, документы удостоверяющие. Снята с регистрационного учета 29 августа 2012 года. Значит, у вас регистрации нет, есть фактическое место проживания. Еще раз, на следующий еще пожалуйста. Новгородский район, деревня Новая Мельница, улица Загородная, дом 15. С 2012 года отсутствует регистрация, правда? Да. Присаживайтесь. Пожалуйста, все другие действия, которые оспариваются. Судебный пристав исполнителю исполнения 2 города Великого Новгорода, правильно, Марина Сергеевна. Дата нашего рождения 29.03.92. Значит, ваше должностное положение сейчас, судебный пристав исполнителя. ОСП номер 2, город Великого Новгорода. ОСП номер 2, УГСП, город Великого Новгорода. Присаживайтесь. Определением суда к участию в деле были привлечены, пожалуйста, представитель УФСБ России по Новгородской области, слушаем вас. Соловьева Оксана Федоровна, начальник отдела правового обеспечения по доверенности. Копия доверенности в предыдущем судебном заседании была представлена материалы дела. Присаживайтесь. Да, и у нас присутствует представитель ВСП. Пожалуйста, слушаем. Представитель ВСП Великого Новгорода номер 2, вместе с начальником отдела Сарычева Татьяна Александровна. Доверенность представлена. Также к участию в деле определением суда были привлечены управляющая компания номер 9. Кручкин Антон Александрович, представитель по доверенности, управляющая компания номер 9. Тогда представляли... Материалы дела есть, я еще раз на всех случаях. Понятно. Присаживайтесь. В предварительном судебном заседании к участию в деле также были привлечены при представлении судебными приставами исполнителя сводного исполнительного производства. К участию в деле были привлечены стороны исполнительного производства взыскателя, которые были извещены, да, извещались? Они извещены надлежащим образом путем посредством почтовых и почтовой корреспонденции, заявлений и ходатайств об отложении не поступало в суд. Итак, значит, судом оглашается, были привлечены Рукавишникова, две Рукавишникова, и та, и другая, значит, у нас не явились, но
было заявление от Рукавишникова и А. Мецалы, просят рассмотреть дело без ее участия. При этом представила суду, впоследствии будет оглашено заявление, отзыв на данное дело. И также заявление от Рукавишникова Л.М. тоже с просьбой о рассмотрении дела в ее отсутствие. Отзыв представлен. Мы еще не разрешали ходатайство. Ну, ходатайство. Прошу прощения, извините. Мы пока только разрешаем. Прошу прощения. Мы пока только разрешаем вопрос по возможности рассмотрения. Рукавишникова я представила отзыв на заявление, которое впоследствии будет оглашен в судебном заседании. Далее. Далее у нас имеется заявление также о привлечении к участию в деле представителя государственного учреждения управления Пенсионного фонда Российской Федерации Великого Новгорода в городском районе, который просит рассмотреть дело в отсутствии представителя управления. К участию в деле также был привлечен Капралов, который одним времени рассмотрения дела не извещен ввиду того, что квартира закрыта. Савельева, тоже сторона исполнительного производства, извещала с телеграммы, телеграмма не доставлена, дверь закрыта. Всех назвала. Пожалуйста, мнение участников процесса по поводу возможности рассмотрения дела в отсутствии указанных лиц. Давайте я выскажу с первой. Не возражаю, а принадлежащим уведомлением полагаем, возможно, рассмотреть. Всех, да, позиция? Пожалуйста, ваша позиция. Я полагаю, возможно, начать рассмотрение. Есть ходатайство? Мы разрешим сейчас, разрешим. Потом ходатайство будем решать. Ну, я считаю, что на данной стадии рассмотрения начать можно. Так, и ваша позиция, пожалуйста. Не возражаю. Суд с учетом мнения участников процесса определил рассмотреть данное дело в отсутствии указанных лиц. Значит, извещены надлежащим образом всем. Те, кто пожелал мне участвовать, представили заявление о неоглашении судом. Те лица, которые извещались, не получили. В соответствии с частью 2 статьи 257, дела данной категории могут быть рассмотрены при извещении неявки указанных лиц, но является основанием к отложению дела о слушании. Так далее, объявляется состав суда, дело рассматривает судья Габидуллина, секретарь судебного заседания Алексеева. Состав суда понятен в процессе. Отводы состава суда имеются? Не имеются. Здесь нет права. Имеется право. Знакомьтесь с материалами дела, представляет доказательства, принимает участие в исследовании доказательств, также имеет право. Заявитель поддерживает заявление, отказывается от поддержания, поддерживает часть. Заинтересованные лица вправе выражать свое мнение по существу данного заявления. Особенностью рассмотрения дела данной категории является то, что в данном случае заинтересованные лица должны доказать обоснованность и законность своих действий. Это понятно? Да. Понятно. Перед началом рассмотрения дела по существу еще дополнительно разъясняю, что в случае вынесения судом решения и несогласия с вынесенным судом решения вправе обжаловать его в апелляционном порядке, предусмотренный законом, месячный срок с момента изготовления мотивированного текста решения суда. Права всем участникам ясны? Да. Пожалуйста, перед началом рассмотрения дела по существу, заявление, ходатайство, дополнение к материалам дела. Слушаю. Начнем с вас. Я ходатайство после пояснения заявлю, поскольку в случае удовлетворения на этом и закончится заседание. А я хотела бы пояснить. Я пояснение дам и заявлю ходатайство. Пока у вас на этой стадии... На этой нет. Но ходатайство у меня имеется, да. Угу. То есть вы имеете право заявлять ходатайство на любой стадии процесса. Так, пожалуйста, ходатайство со стороны. Да, что я хочу. Так, документы, касающиеся исполнительного производства. Я правильно поняла? Да. Смотрите, вы желаете участвовать в процессе? Применение ограничения на выезд должника 26 февраля 2015 года. Ну вот кто бы спорил, что это вот
просит приобщить адресную справку в отношении реакции Галины Валентиновны о том, что у нас именно на стрельке 40 что-то не оспаривается этот факт, да? Да. Постановление о временном обращении на выезд, это вы вынесли вот совершенно недавно, да? 26 февраля, вот сейчас мне вот показали, никто не вручал, не направлял, это в случае, чтобы я с 7-м караваном не поехала. Так, милые мои, так нет той границы, которую мы не пересечем. Я разъясняю вам о том, что все, что касается именно этого действия судебного пристава исполнителя, вы можете оспаривать в порядке гражданского судопроизводства. И акт о совершении исполнительного действия от 3 марта 2015 года, согласно которого и проживание за фиксированным фактом. Так, есть возражение против приобщения? А нет, акт, подождите, нет, можно ли посмотреть вот это самое? Последнее? Да. Приобщайте. Дело вышеуказанные документы по исполнительному производству, в рамках которого оспариваются действия судебного пристава. Закончилось ходатайство. Судом разрешается заявление. Поскольку оспариваются еще также действия по оценке, указанные на незаконность оценки, мы с электронной версии электронного бюджета предоставляем сведения о заключенном государственном контракте между управлением и организацией, производящей оценку. Отсюда видно, что управлением заключен государственный контракт на проведение оценки объектов недвижимого имущества. Вообще, как по материалам дела, у нас заявление, в котором требование восстановить срок, признать незаконным постановление о наложении ареста, признать незаконными действия, выжить нет правильных фактов. Пока по оценке у нас конкретно действия не оспариваются. Я так полагаю, поскольку такие доводы тоже указаны. Вы просите приобщить, да? Так, еще раз, что это у нас? Это электронная версия документа из официального источника о заключении государственного контракта между управлением и организацией оценщиком. Возражение есть? Нет возражений. И еще одно ходатайство – это приобщение копии материалов исполнительного производства, находящегося также на исполнении управления Федеральной службы судебных приставов Новгородской области, в отношении заявителя Ярцевой Галины Валентиновны, предмет исполнения уголовный штраф как основной вид наказания. Мы полагаем, данные материалы необходимо также приобщить к этому делу, поскольку из них следует о месте жительства Ярцевой, которые непосредственно ей указывались в рамках уголовного дела. Скажите, это другое ОСП, правильно я понимаю? Да, межрайонное дело, но это тоже управление по ОСП по Новгородской. Понятно. А вы хотите как доказательство для подтверждения адреса проживания? Я так понимаю? Да. Именно для этих целей? Ну, мы полагаем, да, мы считаем, что этот факт следует из документов, находящихся в этом производстве тоже. Пожалуйста, мнение. Есть возражения? Я возражаю, потому что не знаю, что там написано в их исполнительных производствах. Вот. Но дело в том, что в рамках уголовного дела при рассмотрении судов, мировым судом, адрес проживания Загородная, 15, я указывала. Причем в судебном заседании участвовал судебный пристав, но вот нет человек. Судебный пристав участвовал, это было указано в судебном заседании. Более того, значит, я давала объяснение о месте проживания. Что там написано в исполнительном производстве, я не знаю. И почему ссылаются на уголовное дело, я тоже не знаю. Я, короче говоря, возражаю все. Я вот еще дополнительно поясню, что здесь не документы приставов исполнителей, это документы суда, то есть это приговор суда и определение суда, в которых Ярцева Галина Валентиновна указывает конкретно сама свой фактический адрес проживания. Спасибо. Уважаемый суд, я хочу добавить еще раз. Не знаю, где там еще указывать. Приговор себе писала не я, а ангажированная судья.
Еще раз говорю, что в рамках рассмотрения уголовного дела в судебном заседании, в присутствии судебного пристава, на вопрос суда я указала адрес Загородная 15. В связи с этим, в таком случае, я прошу истребовать материалы уголовного дела для подтверждения. Если уж они там в протоколе не написали, другой вопрос. Но это было. Поэтому я считаю, что в данном случае вот эти документы не могут являться доказательством чего-либо, и прошу истребовать материалы уголовного дела. Ваша позиция. Я возражаю против приобщения. Суд, с учетом мнения участников процесса, определил заявленное ходатайство удовлетворить, приобщить, а оценку и пояснение дать в ходе судебного заседания, потому что приобщается другое ходатайство. Доказательства, пожалуйста, далее вы можете оспаривать и давать пояснение. Больше пока ходатайства нет. Давайте все-таки мы дадим заявление с тем, чтобы мы уже разрешили заявление. От главного редактора удалось издание на Коротский портал, имя обеспечения открытости судебного процесса, прошу разрешить присутствовать в качестве корреспондента на съемку в судебном заседании главным редактором издания на Коротский портал. Как правильно? Кишо, Киш Антоний Антоньевич. Пожалуйста, ставлю на обсуждение данное заявление. Возражения есть? На усмотрение суда. Суд отражает в протоколе. Пожалуйста, определим, что в данном случае будет производиться фото видеосъемка. Фотосъемка. Пожалуйста, секретарь, отразите в протоколе. Да, документы нашего удостоверения. Да, фотосъемка, аудио. Так, аудиозапись кто заявляет? Вы же? Да, я просто обычно не заявляли, аудиозапись отдельно, она подразумевалась всегда вот к этому процессе. Я думаю, Лиля, что я на трассе, да, фото и аудиозапись. Хорошо. Так, и далее. Мы продолжаем судебное заседание. Стадия ходатайств и разрешение заявления закончилась. Более участников процесса нет? Далее суд переходит к судебному разбирательству. Оглашается заявление. 15 сентября 2014 года судебный пристав исполнитель ОСП Великого Новгорода номер 2 Бравина Марина Сергеевна рассмотрев материал исполнительного производства от 1 августа 2012 года номер 10-842-14-26-53 вынесла постановление, которым произведен арест принадлежащего имущества, а именно жилого дома, расположенного по адресу Новгородский район, деревня Новая Мельница, дом 245. И земельного участка, расположенного по адресу, по кадру адресу Новая Мельница, дом 245. Постановила копию указанного постановления направить должнику Ярцеву по адресу Великий Новгород, Псковская, 48, корпус 3, квартира 70. Постановление является незаконным, так как вынесено на основании отмененного судебного решения. И постановление следует, что арест имущества наложен на основании судебного приказа судебного участка номер 3 Великого Новгорода, Новгородского участка, а 10 октября 2016 года о взыскании финансовой солидарной задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, включая пение, солидарно 218 730 98 копеек в пользу ООО «Владеющая компания». Определение мирового судебного участка номер 33 Новгородского судебного района от 28 июля 2014 года по мировому заявлению судебный приказ от 10 октября 2012 года о взыскании с Ярцева Роденкова, Столярова, в пользу ООО управляющей компании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 216 050 73 копейки, а также судебных расходов местный бюджет в размере 2680 25 копеек отменен. 31 июля 2014 года определение суда 28 июля 2014 года направлено старшему судебному приставу исполнителю Новгородского района повернуло судебные приказы на указанный адрес судебный участок номер 33 на Новгородского судебного района без дальнейшего исполнения. Кроме того, при вынесении постановления о наложении ареста имущества должника, судебный пристав исполнитель правильно письменно объяснение знало, что указанный жилой дом является для заявительницы и ее сыновей единственным пригодным для проживания жилым помещением, что является препятствием для обращения взыскания как на дом, так и на земельный участок, на котором он расположен.
При внесении постановления судебный пристав исполнителя правильно располагал сведениями, что по адресу Великий Новгород, Псковская, дом 48, корпус 3, квартира 73, заявительница не проживает. Вследствие этого исполнительный документ по указанному адресу получен не был. Далее, кроме того, в исполнительном производстве имелось письменное объяснение заявителя, в котором она указывала свой адрес проживания, а именно Новгородский район, деревня Новая Мельница, загородная 15. Направляю постановление о наложении ареста на имущество должника от 15.85.16 года по адресу Великий Новгород, Псковская, 48, корпус 3, квартира 73. Судебный пристав исполнитель нарушил часть 2 статьи 29 закона об исполнительном производстве, тем самым нарушил право на обжалование постановления, предусмотренное законом в системе суда. О существовании указанного постановления узнала лишь 23 ноября 2015 года в связи с тем, что судебный пристав исполнитель Бравина устно сообщила заявительнице, что прошла оценка имущества. Предоставление данной информации судебным приставом исполнителем Бравина носило случайный вынужденный характер. В ином случае случилось бы, что к моему возвращению из Донбасса, куда я к заявительнице была направлена с гуманитарным котлом 4 февраля 2015 года, единственное жилье оказалось бы продано по явно заниженной цене случайным покупателем, считает, что именно с целью незаконного завладения имуществом третьим лицам судебный пристав не извещал об исполнительном действии. Постановление о наложении ареста на имущество 15 января 2015 года судебный пристав исполнительного права на руки получил лишь 30 января 2015 года, только после третьего обращения. В связи с чем просят суд восстановить срок на обращение с заявлением об оспариваемом судебного пристава исполнителя по вынесению постановления от 15.85.14 года, признать незаконным постановление судебного пристава исполнителя о наложении ареста на имущество даже не подвергся, признать незаконным действия судебного пристава исполнителя правильно, выразившиеся вне направления исполнительного документа по указанному адресу Новгородский район, деревня Новая Мельница, улица Загородная, дом 15. Так, все требования огласил. Пожалуйста. Заявление поддерживается? Да. Именно в том объеме, в том объеме. Так, и мнение заинтересованных лиц. Заявлением согласны? Не согласны? Пожалуйста. Не согласны? Не согласны. Ваша позиция по делу? Согласен. Не согласны с заявлением. Итак, суд предоставляет право заявителю дать пояснение по существу заявленных требований. Уважаемый суд, значит, действия судебного пристава по лишению меня и моей семьи жилья, это является кульминацией, заключительной точкой той травли многолетней, которая осуществляет в отношении меня определенные лица с участием и с привлечением недобросовестных представителей судейского сообщества. Значит, я хочу сказать, что вот просто такая деталь, она, конечно, в протокол не может быть занесена, потому что она никак не может быть отражена, да? Но, по крайней мере, наверное, весной этого года я находилась в судебном заседании по другому вопросу, и вот одна из взыскательниц Рукавишникова, Любовь Михайловна, находясь в коридоре суда, вот в том конце, а я вот в этом, увидев меня, она стала корчить рожи и говорить: продадим. Они уже, то есть это было еще лето, они уже обо всем договорились. Она была уверена, что пристав совершит незаконные действия, что они сумеют меня обмануть, что они сумеют за моей спиной совершить незаконную продажу моего жилья. И я, конечно, вообще возмущена тем, что приставы идут на поводу вот у этих людей. Значит, что касается существа вопроса, излагаю, что этот дом приобретен в 1998 году мною на средства контрактной суды, которую предоставила миграционная служба Новгородской области мне и двум моим сыновьям, как вынужденным переселенцам. Суда беспроцентная и возвратная. Суда возвращена. Таким образом, размер суды, которая предоставляемая, он определялся, исходя из количества членов семьи. Максимальный размер предоставляемой суды на приобретение жилья был 20 тысяч рублей. Мне предоставили 60 тысяч, то есть на трех членов семьи. Таким образом, и
Таким образом, государство, значит, оказало помощь в обустройстве целой семьи вынужденных переселенцев, не только мне. Значит, земельный участок с недостроенным жилым домом был оформлен только на меня, потому что дети в тот момент были несовершеннолетние. И, значит, поскольку мы предполагали, что мы, возможно, сможем, допустим, как-то улучшить свои жилищные условия, в том плане, что, может быть, обменять дом на там, комнату, допустим, в городе с удобствами, вот. Предполагалось, что нужно будет согласие опеки, и поскольку знаем, что это дело муторное и все такое прочее, мне миграционная служба сказала, что вы можете оформить только на себя, в дальнейшем, чтобы избежать лишней волокиты при обмене. Но обмен этот не состоялся, и этот дом так и остается нашим единственным жильем. Значит, формальным основанием для того, чтобы обратить взыскание на это жилье, приставы использовали, как они мне сказали устно, я не видела эту бумажку, на которую они ссылаются, мне ее не предоставили. Приставы ссылаются на справку БТЭ о том, что или какой-то другой организации о том, что это жилье, что дом не является жилым, и по документам 0 квадратных метров жилых. Значит, хочу сказать, что на момент приобретения нами этого жилого помещения дом уже был жилой. Он был достроен, в нем имелась печка, двери, окна, и мы в нем жили. Мы в него вселились с детьми, и мы в нем жили. И дети мои там росли. И газету «Русский караван», ненавистную многим, я там начинала делать там, в этом доме. Это уж как символ теперь, чья возьмет. Мы жили там, в этом доме, он жилой. Значит, этот дом был выстроен Сомовым, такой пожилой цыган, неграмотный. Он выстроил его на продажу. То есть на Хутынской сносили дома, он купил вот эти под снос дом и сложил на участке новой мельницы, которую он тогда за бесценок приобрел. Тогда это было место в чистом поле. Так, деревня Новая Мельница, а потом вторая линия строительства. Так вот, вот долгие годы этот домик был единственный сиротливый. Он был единственный. Сиротливо стоял в этом чистом поле, без света. Мы жили с детьми в нем. Значит, потом, вот, дети выросли, так получилось, вот, что не вся семья живет вместе. Значит, и когда значит, мы приобретали жилье, значит, вот получается, что выстроил этот дом Сомов. И он его построить-то построил, а вести, у него был план, проект, все. А ввести в эксплуатацию, поскольку был неграмотный, он не смог. И я представлю потом документы. Значит, мы когда у нотариуса заключали договор купли-продажи, с ним пришла дочь. Ну, у дочери там несколько, видимо, есть классов образования, она ему объясняла, как писать фамилию, папа, вот Сомов, вот так, знаешь, как луна в эту сторону, потом вот бублик, кругляшок, так написали они с трудом фамилию. Понятно, что Сомов не мог оформить документы о введении дома в эксплуатацию. И миграционная служба тогда, и, значит, сказали, что вы, пожалуйста, приобретайте, мы купили дом в декабре 98 года. То есть сказали так, если деньги до конца года не будут использованы, они уйдут обратно в Федеральную миграционную службу. Вы, пожалуйста, до конца года должны все приобрести. То есть времени на то, чтобы помочь Сомову оформить вот в эксплуатацию этого дома, уже не было. И мы, и миграционная служба, и БТИ разрешили нам сделать так. Оформили, что дом 96% готовности, и мы купили земельный участок с недостроенным жилым домом 96% готовности. На самом деле он был 100% готов. В дальнейшем я пыталась несколько раз, значит, оформить документы о введении дома в эксплуатацию. Но там, как начнут 22 позиции, значит, чего надо кого обойти, и одно тянет за собой другое, бесконечное согласование, и везде надо заплатить. А дети тогда еще были маленькие, я их одна тянула, и для нас это вот каждые вот эти вот, даже пускай для кого-то небольшие эти платежи за что-то, но это было неподъемно. Я два раза принималась оформлять введение дома в эксплуатацию, но так ничего не получилось. И вот уже и дети выросли,
Вот. Дом так стоит. Потом, значит, вот у меня сын приезжал в отпуск в 12-м как раз-таки году. И когда вот мы выписались все, продали комнату, и мы хотели в этот дом прописаться, и я опять по третьему кругу пошла. Вот. Просила, чтобы нас прописали, нас опять не прописывают, опять чего-то, какой-то кадастр я сделала, мне сделали не тот кадастр. Я помню, что я пришла в районную Ермолинскую администрацию, а женщина-архитектор говорит: «Господи, вы до сих пор не оформили, я же помню, дети вот такие были, вы приходили, вы все еще с этим домом», я говорю, да. Вот, ну, это вот то, что дом является живым, единственным пригодным для проживания. В законе, кстати, не сказано. Вы закон там, если кто иногда, между прочим, случайно из приставов, печально вдруг прочитает, так вы прочитаете, там как написано, что не может быть обращено взыскание на единственное пригодное для проживания жилье. Это же не значит, что в тот момент, когда вы пишете какую-то бумагу, человек там должен физически находиться, пригодное для проживания. А поднахожусь, не нахожусь, это уж другой вопрос. Вот. Теперь, значит, это значит, почему так. Теперь, значит, по поводу того, что вот я уже сказала, фактически дом и земля принадлежит трем лицам, а не мне одной. Это второй момент. Третий момент. Значит, понимаете, в законе есть такое понятие, как соразмерность взыскания. Там есть такое требование, что должна учитываться соразмерность взыскания. Вот, давайте мы, да, вот я сейчас немножко скажу про управляющую компанию номер 9. Вот, я не знаю, там обратились они с исковым заявлением в суд или нет, но на момент вынесения постановления об аресте дома, значит, решение мирового суда, как я уже указала, о взыскании солидарно там денег с меня, там 218 тысяч за коммунальные услуги и электроэнергию, оно было отменено. Вот. И уже на этом основании арест является незаконным. Это первое. Второе. В отношении того, чтобы уважаемые присутствующие не подумали, что мы такие вот недобросовестные, вот бегаем от долгов. Начнем с того, что когда мы продавали комнату, я пришла в управляющую компанию номер 9 и сказала: мы вот у нас там числится за нами, но мы платить не будем, потому что мы там вот это не использовали, мы там не проживали и так далее. И в комнате в 12 метров, где одна лампочка висит, за месяц, извините меня, 5 тысяч за свет насчитать, не жирновато ли будет? Откуда взялись такие начисления? Ежемесячно, с определенного момента, ежемесячно, в этом общежитии, в Космонавтах 26, где мы были прописаны, взяли, управляющая компания стала начислять плату за электроэнергию, не исходя из количества электрических приборов используемых, а исходя из количества прописанных, на всех прописанных. То есть брали какой-то показатель потребленной электроэнергии всем домам с какого-то общего счетчика, делили на всех прописанных. Независимо от того, они там есть, нет, пользовались, не пользовались. И получалось, что на нас, на 6 человек прописанных, начислялось от 3 до 5 тысяч за электроэнергию ежемесячно. Мы, естественно, с этим не согласны, тем больше мы там не проживали. Даже если проживали, это невозможно столько накрутить. А мы там не проживали. Так же по воде и все такое прочее. Перед тем, как продать комнату, я пришла в управляющую компанию, написала заявление о том, что я прошу выдать мне протоколы снятия показаний с этого общего счетчика, чтобы разобраться, что мы должны, что мы не должны. Естественно, никаких мне протоколов не дали, это не у нас, это не то, тут нету, тут все такое прочее. Потом я стала ставить вопрос. Вот, кстати, вот представитель Федеральной службы судебных приставов, так получилось, что в этом доме тоже живет. И то, что мы там не проживали, ну, я так думаю, что она это тоже видела. Вот. И был при вас тогда разговор. Пришла эта представитель управляющей компании, собрались жильцы возле дома и стали говорить о том, что очень много там в этих комнатах живет квартирантов, сами хозяева не живут, квартирантов. Они не прописаны, льют воду, пользуются коммунальными услугами, а не платят, потому что не прописаны. И тогда стали говорить, что сейчас новый порядок, вот сейчас управляющая компания привлечет участкового милиционера, представителя там собственников жилья, пройдут по комнатам, составят акт
где в комнатах проживают непрописанные, чтобы независимо от того, что раз они не зарегистрированы, все равно начислять на них коммунальные платежи. Я тогда сказала, так вы сделайте и обратное. Если все тут видели, что 6 человек не проживало в этой комнате много лет, вы сделаете тогда перерасчет? Ну что, это же будет справедливо? Мне тогда сказали да, потому что я же трясла с них протокол снятия показаний общего счетчика электрического. Я понимаю, что ни протокола нет, и показания были не те. И мне сказали, да, да, мы пересчитаем и все такое прочее. То есть, в принципе, я не знала о том, что они сразу после этого, как только мы выпишемся, подадут в суд. Я об этом не знала, что и подали они в суд, я не знала. Вот. Решение, значит, тем не менее, вот только мы продали комнату, выписались и быстренько подали в суд, ну, чтобы точно меня не нашли, в суд, быстренько судебный приказ, и чтобы я там с этим счетчиком не разбиралась. Да я ж его все равно дойдут одна. Вот. О том, что такое решение вынесено, я узнала вот летом, и решение было отменено. Ну, вот, я указала, что со счетчиком мы не согласны, мы не проживали и так далее. Поэтому управляющая компания, если имеет к нам какие-то претензии, то есть мы, во-первых, готовы, если они не хотят, вот я вот обращаюсь к представителю, если вы хотите просто, как говорится, разобраться, сколько мы должны, если вы не хотите участвовать в этой травле, если вас не привлекли в качестве вот вашими руками удавить меня, то давайте я приду, мы с вами посчитаем реально, вот реально, что мы должны, вот если должны, мы заплатим, но мы не будем платить за то, что мы не должны. Уже начиная с того, что вот один из шести, вот мой сын, да, он вообще находился за гранд-командировки. Вот. И я про это говорила, и ну никак. Они их в Южную Осетию как ввели, я извиняюсь, конечно, вы не пишите, пожалуйста, mm-hmm. это. Вот. И они там и стояли 4 года. Он 4 года там находился. Ну, хоть что объяснять. Вот. То есть, давайте объективно посмотрим. Если мы что-то мы должны, мы заплатим. Но не в том объеме, в котором тут нам вывалили. Я считаю, что мы не должны. Все. Вот. Теперь, значит, получается, что значит, в 2013 году суд арбитражный вынес вот это решение про 102 тысячи в пользу Рукавишниковой матери. Потом, значит, они мне еще уголовное дело тут организовали, еще, значит, штраф 30 тысяч и морального вреду Рукавишниковой дочери 10 тысяч. Вот, потом тут Савельева, значит, с моральными вредами. Ну, в общем, вот тогда Савельева, одна из взыскательниц, известная, так сказать, она в интернете и написала. Наши прочитали, и приходит Седова и говорит, Галя Емельевна, они тут тебе какую-то подлость готовят. Савельева написала в интернете, я знаю, как с нее выдрать деньги. Ну, они тут решили и договорились. Тут совпали интересы многих, вот и понеслось. Вот этот дом у меня, я его не скрывала, он у меня есть, я его указывала всегда. Когда баллотировалась, когда меня спрашивали, я его не скрывала. И решение суда было вынесено еще когда. А вот теперь они тут схватились, вот в последний момент они решили, значит, меня проучить. Значит, ну вот пользуясь тем, что у нас здесь есть журналисты, я вот хочу вам сказать о соразмерности, и суду тоже. Значит, что получается? Вот сейчас отменено решение суда по управляющей компании, и вопрос о том, кто должен, а кто не должен, и сколько сейчас не решен. То есть фактически вот сейчас арестован дом, и оценка прошла, и уже они готовы выставить на торги только ради того, чтобы, значит, 102 тысячи Рукавишниковой, там 10 другой Рукавишниковой и этой Савельевой там. Уже не знаю, сколько, уже и в суды не хожу. Какой-то моральный вред. Вот ради чего? Значит, что такое 102 тысячи? Нет, я понимаю, что можно сказать, вот она пенсионерка Рукавишникова, Любовь Михайловна, она пенсионерка, для нее 102 тысячи это много. Теперь давайте посмотрим, с чего состоят 102 тысячи. Арбитражный суд вынес. 13 тысяч госпошлина, которую она заплатила. 20 тысяч морального вреда ей. 21 тысяча услуги, 22 тысячи услуги представителя, которым являлся ее родной сын, Рукавишников Михаил. 21 тысяча оплата, значит, транспортных расходов представителю ее родному сыну, который приезжал из Питера в суды. И 40 тысяч лингвистическая экспертиза, которая по закону вообще не должна была назначаться, потому что это не предусмотрено арбитражным процессом вообще. Никогда по искам о защите деловой репутации арбитражный суд не назначает лингвистические экспертизы. Никогда я просила, никогда другие просили, никогда. Тут назначают.
Рукавишникова вы настаивали очень на лингвистической экспертизе зачем-то. Я возражала, суд ее назначил. Ну, в общем, лингвистическая экспертиза, естественно, показала, что там, как они хотели. И самое главное, ради чего все это было затеяно, я так понимаю. Значит, эксперт ставил вопросы там, как про такую фразу, про такую, про конкретные фразы. Вернее, суд ставил перед экспертом вопрос про конкретные фразы. Эксперт, он же проявил инициативу, он же, значит, по просьбе Рукавишниковых, он делает анализ и вообще всей статьи и говорит, что вот из анализа всей статьи видно, что Ярцева не может связно выражать свои мысли. И вот это вот, как говорится, в этом выводе, естественно, проглядывает тайное желание, нереализованное, признать меня невменяемой. К сожалению, так у них и не получилось. И вот эта вся шобла, которая когда-то была, пыталась меня признать невменяемой, что прекратить выпуск газеты «Русский караван», которая другими путями, с помощью незаконного уголовного преследования, пыталась прекратить деятельность газеты. Вот это, она все себя выдала, что она, эта шобла, никак не может успокоиться. Ну, в общем, короче говоря, анализ общей статьи там не требовался, не задавался, сделали. И, в общем, 40 тысяч еще вот это. И еще раз говорю, что суд не должен был вообще назначать эту лингвистическую экспертизу. Эти лезли, эти настаивали, эти получили. И вот, из этого сложилось 102 тысячи. И ради того, чтобы вот их вот так ублажать, давайте мы не отберем дом и заплатим 20 тысяч сынку за то, что он пришел в суд, за то, что он приехал, за то, что он там сидел, и за то, что они купили у эксперта решение, там вымолили, купили, упросили его написать, что я не могу выражать свои мысли, чтобы потом когда-то сказать, что вы читаете ее статейки, она же вообще ничего не соображает. Я так понимаю. Вот она соразмерность. В законе об исполнительном производстве, еще раз говорю, речь идет о соразмерности имущества и, так сказать, взыскиваемой суммы. Вот. Остальные, значит, суммы значительно меньше, там Рукавишниковой 10, штраф 30 сегодня заплачу. Вот. Так, это сказала. Так, значит, ну, в отношении, значит, еще все-таки, почему это как-то связано вот с Донбассом. Значит, решение арбитражного суда было вынесено еще, бог знает когда. Уголовное решение по Савельевой тоже было вот весной. Вы знаете, вот получилось так, что вот одна из взыскательниц, вот Савельева, которая писала, я знаю, как с ней выдрать деньги, это же не просто человек. Это идеологически идейный, подкованный борец вообще с Россией. Вот. Конечно, сейчас она говорит, что я пересмотрела свои взгляды, я уже другая, но говорить можно все что угодно. Вот она в 2009 году была осуждена по статье 282, между прочим, за пропаганду ваххабизма. Ей тогда дали обязательные работы, ее не посадили, она после этого сказала, что она пересмотрела свои взгляды, но говорить можно все что угодно. А дело совсем другое. И она уже после погашения судимости, она продолжает в интернете с явным одобрением тиражировать изображения ваххабитов и оскорблять, между прочим, русских патриотов. И уже, опять же, я понимаю, что это не совсем, так сказать, к сути заявления, но я все-таки, пользуясь присутствием граждан, хотела бы сказать, что вот в прошлом году Савельева предъявила ко мне иск о защите чести и достоинства, там 26 пунктов, удовлетворили 3. Два из них касалось, что у нее комплекс неполноценности в связи с внешностью, поэтому она кидается на всех и всех оскорбляет. И третье, я должна опровергнуть, что Савельева тролль. Вот все, кто в прессе работает, вот можете себе, что Савельева не тролль. Вот Савельева не тролль. Вот это вот как вот? Это, я кому не скажу, Рявкин так как тогда, как это? Это все, как это она не тролль? Это же не обзывательство. Тролль – это не обзывательство, это профессиональный сленг, это жаргон. Значит, так как же, как уже давно перестало быть ругательством слово «мент», что они себя сами так называют. Тролль – это человек, который в интернете не просто что-то прочитал и по крику души один раз что-то там в интернете кому-то ответил или сообщил, а тролль – это человек, который целенаправленно или за деньги, или за идейные соображения, или по чьей-то просьбе постоянно в интернете оставляет комментарии, высказывания строго в определенном идеологическом направлении для того, чтобы достичь какой-то цели. И Савельева этим занимается.
И тролль, вот тут, значит, судья Павлова уж сильно так старалась, чтобы тут уж никак не в мою пользу было решение. Достали какое-то там исследование какого-то туинского профессора или лингвиста, что тролль, это, значит, его нет еще, то есть быстро развивается язык, слово тролль нет в толковых словарях, но практика показывает, что слово тролль, это означает человека, который в интернете публично высказывается исключительно с целью задеть, оскорбить, унизить. Там куча доказательств мы предъявили, что это именно так. Но ничего не берется во внимание. Суд отказал мне в принятии встречного искового заявления к Савельевой. Савельева. В 2011 году публично на форуме умных людей, после того, как я была организатором «Справедливая Россия», мы провели митинг на площади 11 июля 2011 года, назывался «В защиту служивших в Чечне», когда убили Буданова. Вот. Мы в память об Буданове митинг проводили, там 40 дней было как раз, и «В защиту служивших в Чечне», потому что тогда пошла информация, что прокуратура Чечни массово рассылает запросы по всем регионам для установления места жительства тех, кто проходил службу когда-то там в 90-х годах. Мы посчитали, что готовятся внесудебные расправы, кровные мести, все. И мы вышли на митинг в защиту служивших, люди выполняли служебный долг, приказ, были верны присяге, и их нельзя за это преследовать. Значит, она пришла на этот митинг. Она поливала грязью, значит, ну то, что я психически, этот митинг организовала психически больная тетенька, это общее место. То есть это нормально. Значит, на этот митинг только люди, не отягощенные интеллектом, могли прийти на этот митинг. Это не и при всем, это все было доказано в суде. Савельева не отрицала, что она так написала. Но тем не менее, вот суд сказал, что нет, мы Ярцевого встречное исковое заявление не возьмем. Значит, у меня заявление не приняли, ей удовлетворили, она не тролль. Она меня, значит, меня оскорбляет, она русских патриотов оскорбляет, она не тролль. Ну, там было много всяких других доказательств. И вот за то, что она вот так себя ведет, оскорбляет всех нас, и суд просто идет у нее на поводу, значит, я мне должна заплатить еще 10 тысяч. Вот ради нее, ради вот этой вот. Личности. Давайте отберем у русского патриота дом. Пусть они глумятся дальше. Так, теперь, значит, по поводу Донбасса. И вот это вот. Савельева сказала, я как не знаю, как у нее выбрать. Сидели все, вот она там начала, там, конечно, видимо, так сказать, подавать идеи. Я не знаю, кто там еще из них главный, кто что. Но вы обратите внимание. То есть, еще раз хочу сказать, что по поводу того, что исполнительные документы, связанные с арестом и оценкой дома, судебный пристав упорно направлял мне на Псковскую, заведомо зная, что я там не проживаю. Еще когда рассматривалось уголовное дело, там замена штрафа была, я сказала, какой адрес, сказала судебному приставу. После этого, значит, я случайно узнаю, что они нам наложили вот эти сначала ограничения что-то на продажу, а мы не собирались продавать. И я увидела вот эту Рукавишникову, которая корчила рожи, продадим. Я поняла, что что-то не так. И вот, и я пришла к ней туда, к ним, в службу судебных приставов, я обратилась к начальнику отдела, Губарева такая. Вот, я говорю, что я видела Рукавишникову, я поняла, что вы что, дом что ли хотите продать с торгов, арестовать? Она мне сказала, дом все равно будет арестован. Я все ей вот это рассказала. Дом все равно, а вы хотите потом обжалуйте. Хорошо, идите сейчас к приставу, сообщите свой адрес. Я тут же вышла из ее кабинета, пришла к Бравину и написала объяснение, что это единственное жилье, и туда я там проживаю, и туда мне нужно направлять на загородную, в новую мельницу, всю корреспонденцию. И она, тем не менее, это проигнорировала. Бегать теперь, проверять, вот это все вот несерьезная бумажка. Вот сегодня 4 марта, 3-го она вчера побежала опрашивать моих соседей, живу я там или не живу. Во-первых, соседи с ружьем не стоят и не проверяют, что я там делаю. И каждый день я вообще туда захожу, это первое. Второе, образ моей жизни таков, что меня даже соседи, которые жили со мной на одной лестничной площадке, не видели неделями. А третье, я по роду своей деятельности уезжаю надолго вообще за пределы города. И что из этого дальше следует?
Мой сын старший, который вот тоже имеет право на проживание в этом доме, и которому он тоже также принадлежит, он вообще проходит службу в Псковской области. Так что теперь делать-то от того, что его там нет? Значит, по поводу, конечно, я хочу сказать, что раз так разворачивается ситуация, наша общественность, которая это все наблюдает, и многие были свидетелями с моей стороны, когда рассматривался иск по Савельевой, и там, зная всю эту историю, написали коллективное письмо главному федеральному инспектору, губернатору, общественную палату областную, просьбой как-то все-таки вот это дело остановить. И одним из аргументов было такое, что люди считают, что особенно вот активизировалась вот эта травля, и вот эти попытки отобрать у меня дом, они были связаны именно после того так активно, когда я стала собирать гуманитарную помощь и возить ее на Донбасс. Как с цепи сорвались. Слушайте, пятая колонна, это же ведь не просто какое-то вот несуществующее явление. Так, она существует, и не секрет, что даже многие депутаты Новгородской областной думы не поддерживают Путина по Крыму, Путина по Новороссии и не приветствуют помощь Новороссии. И многие чиновники, они громко про это не скажут, но и так и есть. А уж то, что Савельева, конечно, как говорится, определенную позицию занимает, я считаю, что она занимает антироссийскую позицию, как бы она ни говорила, что я пересмотрела свои взгляды, пусть не рассказывает. То есть вот тут они и вцепились. И теперь вот, уважаемый суд, вот в вашем, так сказать, приобщили сейчас с материалом дела, постановление, о котором я, конечно же, не знала, я его еще не получила, я, правда, не посмотрела, на какой адрес там направили, ну там на загородной не было ничего, вот, о том, что мне запрещен выезд за пределы Российской Федерации как ограничительная мера. Давайте покуражимся! Вот, мы седьмой караван собираем, мы тут помощь собираем, мы тут собираемся ехать, а нас тут вот не пустят. Вот они вот тут собрались, три, Савельева, Бравина и Рукавишников, и решили, а давай мы ей еще напакостим, да мы ее сейчас не выпустим с этим караваном. Да кишка танка, ясно? Уважаемый суд, еще раз говорю, я считаю, что это все преследование за мою профессиональную журналистскую деятельность. И я уже неоднократно обратилась я уже давно в Следственное управление по Новгородской области с заявлением о том, что в отношении меня длительное время совершается преступление, за ответственность за которое предусмотрено статьей 144 Уголовного кодекса Российской Федерации. Воспрепятствование осуществлению законной профессиональной деятельности журналиста. Это заявление, к сожалению, даже не регистрируется, тем более не рассматривается. Но я считаю, что вот это вот все действия пристава, это, конечно, они направлены на нарушение моих прав, на воспрепятствование мне в осуществлении законной профессиональной деятельности журналиста. Это является актом политического преследования за мою позицию. И я прошу защитить мои права и удовлетворить мое заявление. Так, Валентина, эмоциональное выступление мы выслушали, но давайте, я вас не прерывала, дала возможность высказаться, а теперь поговорим все-таки в рамках предмета нашего заявления. Так. Начнем с того. Вы оспариваете действия судебного пристава исполнителя по вынесению постановления 15 сентября 2015 года о наложении ареста на имущество должника, а именно дом и земельный участок. И земельный участок, о которых идет речь. Но прежде чем рассматривать дело по существу, именно вот по основанию мы сейчас поговорим, давайте начнем с того, что действующее законодательство действительно предусматривает сокращенный срок обжалования данных действий, спаривания, 10 дней. Вы обратились к вашему заявлению указано 4 февраля, принято действительно судом 4 февраля, а дата вынесения постановления 15, то есть с пропуском срока. Да. Вы поступили правильно, в соответствии с законодательством сделали заявление о восстановлении срока. Пожалуйста, обоснуйте и все по датам конкретно. Давайте начнем с первого. Еще раз объясняю, что об этом постановлении о наложении ареста я узнала не путем получения его в качестве корреспонденции. Вы утверждаете, что вам это постановление не вручалось лично? Нет. Не направлялось в почтовое управление. Я правильно поняла? Значит, я не знаю, направляли ли... То есть из постановления следует, что
это постановление будет направлено или должно быть направлено по адресу Псковская, 48, корпус 3, квартира 73, то есть по адресу, по которому я не проживаю. И в момент вынесения постановления факт моего непроживания там приставу был известен. Я в продолжении вопроса, чтобы было понятно. Вот тот адрес, я недаром задавала вопрос по регистрации и снятию сюда. По космонавту, правильно я поняла, в 2012 году? Вы оттуда, с этого адреса? Из космонавтов. С космонавтов мы выехали, да. Мы там не проживали. Не проживали, это место регистрации? Это было местом регистрации, да. А Псковская, это что за адрес? Откуда он появился, пожалуйста, разъясните. Это Псковская, 48, корпус 3, 73. Это квартира, на которой, мы которую снимали. И за какой промежуток времени вы ее снимали? Мы снимали с 2000... Вы с семьей, я правильно понимаю? Да, с семьей. С 2000... не помню. В общем, короче, когда по меня начали... время вы ее снимали? В общем, несколько лет. Когда меня начали судить, когда началось одно уголовное дело за другим, племянник сказал, тетя Галь, тебе нельзя жить одной, они тебя здесь грохнут. И мы тогда жили вместе. То есть квартиру снимали родственники, а я жила с ними, поскольку сыновья у меня были в армии. На Псковской, да. По какое время вы там снимали? По прошлый год. По 2014-2013, уточните. 14-й. Ну вот вынесено постановление в 2014 году. На момент, когда оно выносилось, вы проживали там? Нет. Вот выносилось постановление 15-го, 75-14-го. Мы там не проживали. Мы там не проживали. И еще. Но летом, весной, когда выехали? Мы весной выехали. Весной 2014 года. Весной 2014 года. Да. И далее постоянно где вы проживали? Ваших на новой мельнице. На загородной, правильно? Да, да. Бываю в гостях у своих родственников, бываю в гостях у своих знакомых, езжу по работе, но это мое место жительства. Это постоянное? Это постоянно, там находятся мои вещи, моя мебель, мои книги. А так, и все-таки я возвращаюсь опять же к своему вопросу по поводу того, еще раз выяснила, что не направлялось, но в данном случае вы не получали, направлялось, я этому выяснила. Но там я физически не могла получить, мы, и эта квартира никогда нам не принадлежала. Мы так ваши родственники, нет? Нет, она была продана. То есть предыдущий хозяин, мы снимали ее. Ага. Предыдущий хозяин ее просто продал. Попросил нас освободить помещение, ну, семью там, сестры. Потому что он продал кому-то. Кто там дальше проживает? Это люди к нам не имеют никакого отношения. Что там сейчас происходит, я не знаю. Хорошо, следующий у меня вопрос. Скажите, а когда вы увидели, получили, либо ознакомились с оспариваемым постановлением? Когда вы его в первый раз увидели, ознакомились, получили? Вот когда мне его после боев с третьего присеста мне его выдали. Вот это был что нам написано? Да, интересует месяц, понимаете? Это было 2015 год. Так. Но если там, там написано в заявлении так, перед первой поездкой, подождите, сейчас первый. Так, предыдущий. Вы пишете, узнала 23 января. Ну, значит так, да. Потому так что есть, мы уехали в начале февраля, да. Да, да, да. И а при каких обстоятельствах? При обстоятельствах следующих. У меня есть подзащитный Петров Николай Васильевич, который подлежит выселению. Исполнителем данного решения также является Бравина Марина Сергеевна. Она знает, что я Петрова представляла в суде и представляю. Он там на Псковской живет. В очередной раз в рамках исполнительного производства Марина Сергеевна пришла к Петрову. Значит, он был один дома, меня нет, позвонили по телефону, переговорили. В общем, в результате она вызвала его. Бравина Марина Сергеевна, моего подзащитного Петрова, вызвала на следующий день после своего визита. И мы с ним пришли, с Петровым. Пришла я, пришел Петров. Это было 23 января? Да, мы пришли. Сидела Бравина Марина Сергеевна, сидела еще одна пристав, которую я видела впервые. Наверное, новый работник. Все, мы там решили по вопросу Петрова, и я спросила, вернулось ли мое исполнительное производство из Новгородского района. Потому что был момент, когда вот это все закрутилось, я написала жалобу полпреду. Они, видимо, решили тихо пересидеть это дело, и в какой-то момент я, когда пришла в очередной раз после, там, узнать, так что все-таки с домом, мне сказали, исполнительное производство ваше пока направлено в Новгородский район. Вот. Я спрашиваю, вернулась, но я, поскольку ничего не получаю, я спокойная, думаю, все.
Вот. Я спросила, вернулась ли дело из Новгородского района. Ответ был такой. Вернулась и уже прошла оценка. Какая оценка? Ну, оценка. Дайте мне результат оценки. Сейчас мне не дам. Тут у нас компьютер, тут нету, тут то и так далее. Придите в другой раз. Ну, в другой раз пришла там еще. Ну, там все написано. В общем, и жалобу я на нее по этому поводу подала. То есть не с первого раза она мне выдала это постановление. Все-таки как дата? 23 января постановление. Она там... вам его выдала, да? Она копию мне выдала, да. Вот то, что вы приложили. Во, все, выдали. Да, она выдала там внизу. Вы расписывались? Я только, нет, я за него не расписалась. Я расписалась только за получение акта оценки. За это я не расписалась. Она мне сунула вот так. Я стояла внизу, они меня сначала не хотели выпускать. Это мода у них, они как себя ведут. Слушайте, вот встанут вот так. Они, знаете, вот это как затравленную волчицу. Все молодые, все мне в дети годятся. Значит, а я записалась, я пришла к ней, дайте мне вот это постановление. Она говорит, вы мне сначала распишитесь в исполнительном производстве по Рукавишниковой. Я говорю, ну мне же надо читать, ознакомиться. Сейчас 2 часа, я пришла к ней 2 часа. Я говорю, я на 2:30 записалась к Карманову на прием. Дайте мне постановление, а потом к вам приду. Нет, так бросит вот так. Пока вы не ознакомитесь с исполнительным производством, я вам постановление дам. Слушайте, со мной разговаривают. Там вообще, я сказала, я не буду знакомиться, времени у меня нет, это надо читать, все. Значит, я пошла, значит, я мне выдам постановление, ну не выдадите, все, я спускаю, я иду по коридору. Она бежит, пьет меня, какого-то пристава вызывает, там, как его зовут, там, Коля, Сережа, не выпускаю, не выпускаю. Он, значит, радостный, тут нашли, знаешь, тут можно, в дверях встали, не выпускают. Ёлки, я говорю, я на прием опаздываю, нехорошо главному федеральному, я не буду. Я говорю, составьте акт, что я не стала знакомиться с исполнительным производством. Составьте акт, ну я же не отказываюсь. Он и пишет, нет, вы что вы больше, Галина Валентиновна, это интонат, Галина Валентиновна, вы дольше будете тут сидеть, вы не выйдете отсюда, пока вы не распишетесь. Слушайте. Я правильно поняла? Это было 20, вот она мне сунула, это было уже внизу, на выходе. То есть за оценку я расписалась, а это она мне сунула просто так. Значит, это было в один день? В один день. Это было в один день, когда я получила. И пошла сразу на прием к Кармановски. Понятно. Так, этот вопрос мы выяснили. Следующий вопрос у меня нет. Вы просите признать незаконным действие судебного пристава исполнителя именно в части вынесения постановления о наложении ареста. Да. Жилого дома и земельного участка. Так, я правильно поняла из ваших пояснений? Первое основание – это то, что постановление вынесено в рамках исполнительного производства, по производству которому подлежит прекращению. Да, это правильно. Это первое, да. Первое. Второе основание – это то, что дом, на который наложено искание, является единственным пригодным для проживания моим помещением. Это второе основание. Второе. Третье. Так, первое, второе, так и третье. Третье, что фактически этот дом является единственным пригодным для проживания для членов моей семьи. А он фактически принадлежит, да, фактически он принадлежит для вас, а третье для членов моей семьи. Это да. Третье основание. Да. Для членов семьи. Так, еще основание. Ну вот несоразмерность вы там говорили. Да, несоразмерность. Я правильно поняла, как да, основание? Да, и вот я тогда, разрешите, вот это я упустила момент, вот коротко скажу. Вот я говорила уже, когда мы дом купили, вот он стоял один в чистом поле, и мне все говорили, ой, как тебе цыгане обманули за 60 тысяч, вот это вот пришло, вот, ну и так далее. Прошло время, 15 лет, и теперь это очень привлекательный район, в котором мы... Вдруг оказались вокруг нас трехэтажные особняки, потому что там проходит федеральный газ, там вода, там все есть. И соседи уже богатые подкатывали, продайте и так далее. То есть там от 2 до 3 миллионов предлагалось за этот земельный участок. Оценились в 400 тысяч ровно в сумму сводного исполнительного производства. Вообще это, конечно, порочная практика, если не сказать преступная, когда приставы... я понимаю, все тут лицензированные, все государственные оценщики, но ведь, знаете, не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. Вот. И понятно, что всегда получается так, когда хорошее имущество отбирают, как-то оценщики умудряются оценивать ровно по сумме исполнительного производства, чтобы за 3 копейки продать то, что стоит дороже. У Бочанова отобрали «Волгу», которая 500 тысяч в салоне он купил, через 2 месяца у него отобрали, 50 тысяч оценили, ровно 50 тысяч по исполнительному производству отобрали у мужика за 500 000 машины, и голова не болит. И тут такая же история. То есть, когда они это делали,
То есть они то ли не знали, то ли у них это потерялось, то ли они решили сделать вид, что они не знают, ну вот то, что отменено по управляющей компании номер 9. Там это сводоисполнительное производство, как я поняла, в 400 тысяч примерно и выливалось, я так поняла, да? Вот они 400 тысяч нарисовали. Если бы там 150 тысяч было по сводному производству, они бы 150 тысяч оценили, и все. А там уже, и вы когда читали заявление, что был бы продан дом случайному в кавычках, там уже случайных нет. И я очень боюсь, что, конечно, если там уже задаток дали за наш участок, на случайных торгах случайный покупатель, то биться мне тут будет очень сложно. И я надеюсь, что до этого не дошло. Еще раз, значит, четыре основания перечислила. Да. Все? Да. Я все услышала? Да, да. Все, да? Так, понятно. И все-таки, переходя к этому вопросу, я еще раз уточню. Вот вы сейчас говорите о сложном исполнительном производстве. Да, когда я приостанавливала исполнительное производство, по-вашему, да, я не то, вот, которое вы указали, а я сделала вывод, что сводное в рамках и приостановила сводное. Но вы указывали при обращении в суд, что все-таки арест произведен в рамках одного исполнительного производства. А как в постановлении? Я только из постановления. Мне потом сказал ваш помощник, когда я приходила, что уже потом. Когда я пришла по я про эти обстоятельства не знала. Вот в постановлении было написано по иску управляющей компании номер 9. Все. Все, только он. Сумма, да, вот, только он, да, только он и только эта сумма. Потом, когда я пришла получать повестку, вот ваш помощник сказал, что мы привыкли по сводному исполнительному производству. Ну, перечислили каких людей. Вот. Но я и там. И ваша речь сегодня была в отношении всех. В отношении всех. Ну, потому. А вы, кстати, их назвали, они же просто не пришли, они же привлечены к участию в деле. Вот. И я это самое. И поэтому я вот все и говорю, что. Но обращались, когда я говорили, только в рамках одного производства, я правильно поняла? И мне постановление дали только такое. Если какое-то было вынесено постановление, еще я. Поставили в известность, что это в рамках сводного исполнительного производства? Нет, нет, мне просто дали вот эту вот копию. Там ничего не написано было другого. Мне просто дали эту копию, и все. Мне дали только ее. Ну вот само постановление о наложении, здесь указано, что взыскателем является у нас управляющая компания 9, исполнительное производство указано. Далее указано у нас, что задолженность по платежам сумма обозначена 218 730 рублей 98 копеек. Ну, отменено. Я прикладывала же вот постановление суда об отмене. О сводном постановлении не шла речь, да? Нет, нет. Мне только вот это дали. Да. Мне только вот это дали. И все. Так, ну, еще у нас судебные приставы уже там акт об аресте, да? Там тоже только взыскатель, если я ошибаюсь, рука. Да. И в оценке только они фигурировали. В оценке. Понятно. Следующий у меня к вам вопрос по вашему требованию. Значит, просите вы, кроме того, что признать действие такого несилеуказанного постановления, еще и признать незаконными действия судебного пристава исполнителя, так, пусть, пожалуйста, конкретизируйте, вне направления исполнительных документов по указанному мной адресу, Новгородский район, закон и так далее. О каких исполнительных документах идет речь? Какие исполнительные документы вам не направили? Вот. Постановление об аресте имущества. Само оспаривание постановление. Так, дальше. Так, что? Ну, я просто не знаю, что еще было. Дело в том, что это туда. Ну, давайте будем говорить о том, что вы знаете, о том, что вы вот, об аресте. Так, оценку я просто получила, потому что пришла сама руками и ногами. А сама оценка произойдет с этой же даты, нет? А, вот. Назначение оценки, назначение ответственного хранителя. Назначение ответственного хранителя еще было. Давайте все-таки остановимся. Все-таки это дело, которое рассматривается в рамках ограниченного статуса, скажем, судопроизводства, в рамках главы 25, ну, 10 дней. Вот конкретные действия. У нас все касается нанесения постановления, соответственно, должно было быть вам направлено. Вот это, давайте все. Вот, мне не направлены на загородную постановление об аресте, постановление о назначении ответственного хранителя имущества, управляющей компанией номер 9 почему-то назначено. Так? И постанов... Я правильно поняла, те документы исполнительные, которые выносились вместе с этим постановлением. Ну, в связи, да. Но... Если они выносились в тот же день, да. Я правильно поняла? Они в тот же день выносились, нет?
Может быть, не в связи с этим. Тогда вот я к чему опять еще? К тому, что это уже будет отдельно. Мы сейчас все-таки по постановлению об... Хорошо, но постановление на наложение ареста мне не в потому что там уже по срокам, там все выяснилось. Вы знаете, уважаемый суд, почему такая формулировка вне направлений вот по такому адресу? Ну, кто может им запретить выслать мне на предыдущий адрес для страховки на Псковскую 48, корпус 3? Ну, если хочется, ради бога. То есть, ну, если они там собрались... Но они должны были выслать мне на адрес, который я указала. И в законе об исполнительном производстве, в 28 статье, тоже же говорится о том, что не даже адрес, который указал должник, а не должен судебный пристав бегать и проверять, по указанному адресу проживает или не проживает. Я просила меня извещать по этому адресу. Я хожу туда, я там ночую. Когда не ночую, я прихожу, проверяю почту. И все, вопрос-то какой. Понятно. Но мы сейчас остановились вот именно на постановлении об наложении ареста, которое не было вам направлено по адресу фактического вашего требования. Да, да. Я правильно понимаю? Да. Так, все ваши требования. По приостановлению в курсе вы, да? Мы, кстати, предварительно рассмотрели заявление, оно удовлетворено, и приостановлено сводность. По адресу приостановило спасибо. На рамках вашего заявления, приостановило сводность. Спасибо. Все понятно, да? Да, понятно. Так, все ваши требования, я все? Да. Все. Ну, я поняла ваш не мой вопрос про оценку, но я принципиально не согласна ни за 3 копейки, ни за 10 миллионов. Мы этот дом не согласны ни оценить, ни продать. В нем росли мои дети, в нем начиналась газета «Русский караван», там прошли наши самые тяжелые годы жизни. Можно уточнить вот в этом моменте, пока вы уточните? Пожалуйста. Вот я уточняла специально, да. Я вот хотела бы уточнить, и у заявителя написано, сейчас говорили о постановлении об аресте. Постановление об аресте, оно было вынесено в июне 2014 года, и заявитель тоже упоминал о нем. Нет. Постановление это о запрете. Вы имеете в виду не постановление, я так понимаю, а автопись и арест, это немножко другой документ. Я говорю о постановлении о наложении не ареста на имущество должника. Жилой дом, расположенный по адресу Новая Мельница, 245, и земельный участок от 15.09.14. Все-таки о постановлении или об акте описи ареста? О наложении ареста. Именно это постановление было приложено все к заявлению. Почему уточняю? Все уточняю, все выясняю. Вот об этом мы сейчас ведем речь. Вопросы, пожалуйста, к заявителю имеются, участникам процесса. Пожалуйста, заинтересованные лица. У меня будет вопрос. Галина Леонидовна, скажите, пожалуйста, вот, вам было известно о том, что судом в отношении вас принято судебное решение, по которому с вас подлежат взысканию денежных средств. Обращались ли вы в суд за предоставление вам отсрочки, рассрочки при отсутствии денежных средств и оснований для рассрочки? Это там, где управляющая компания является. И управляющая компания. И вот сегодня говорили о том, что производство сводное, соответственно, по производствам в пользу Рукавишникова. Значит, еще раз говорю, что по поводу судебного акта в отношении управляющей компании номер 9, я его оспорила, он отменен, поэтому вопрос все. Отсрочку, рассрочку по другим я не обращалась, потому что я обратилась с просьбой об отсрочке, рассрочке по уплате штрафа уголовного 30 тысяч рублей. И то мне отказали. Надеюсь, что я не сумею собрать эти деньги, и все-таки мне дадут обязательно работы. Назначено, если сегодня не заплачу, завтра мне уже будут обязательно работы принудительные. Вот. То есть, дело в том, что с просьбой, вот еще минуту внимания, чтобы обращаться с просьбой об отсрочке и рассрочке, нужно, конечно, иметь четко представлять, какой источник дохода, когда у меня будет, и когда я... То есть я должна не просто обращаться в суд, дайте мне рассрочку, а просить. Это реально, реально, конкретно. Я уже тогда разрешите, вы сами завели эту тему. Значит, давайте посмотрим правде в глаза. Газета «Русский караван» не имеет вообще дохода. Значит, когда-то были другие времена, были спонсоры, потом, значит, одни ушли направо, другие налево. И с 2008 года желающие финансировать газету или просто хотя бы размещать или политическую рекламу, или коммерческую, таким образом поддерживать газету, нет, потому что я все время в опале, и никто, нету таких сумасшедших разделить со мной эту горькую чашу. Вот. Поэтому мы влачем, газета ничего не зарабатывает. Она издается только на те деньги, которые случайно, так сказать, к ней в руки попадут. С 2008 года мы издавались там, значит, сын мне помогал, сестра помогала.
Потом, значит, когда в конце концов меня в 2011 году оправдали окончательно по двум уголовным делам, мне по постановлению суда в качестве, значит, компенсации за незаконное уголовное преследование было назначено судом 150 тысяч рублей и выплачено, и на эти деньги я 2 года газету еще печатала. И эти деньги уже кончились. И фактически меня содержит старший сын. И газету я делаю на то, что дадут мои... Мы издаемся периодичностью 5 номеров в год, реже, чем журнал. Но после тех издевательств, которые я перенесла в связи с профессиональной деятельностью, после того пресса, наката, который от государства, от суда, от прокуратуры я выдержала, было бы... такой глупостью и неуважением к себе сейчас прекратить выпуск газеты только потому, что на нее нет денег. Нет грантов на независимые газеты, особенно патриотические, у нас же 5-я колонна, у нас же Немцова застрелили, все прям там запереживали куда-то. Вот. Но я жду, моя семья солидарна со мной, и мы ждем того светлого часа, когда государство переменится, и, может быть, будет какая-то поддержка государственная, там гранты на патриотические газеты. Мы будем тащить эту газету до последнего на себе. Меня содержит старший сын. Вот. И этот штраф, который я сегодня заплачу, это значит, что в рваных зимних сапогах, которые купили в 2008 году, я буду ходить еще, блин, 5 лет. Какого года на исполнение, я не прошу конкретную дату, хотя бы с какого года на исполнение находится исполнительное производство о взыскании денежных средств? 13-го. Ну, у нас есть тирания. А когда вы сообщили судебному приставу свой адрес проживания, новая мельница, вот тот факт, о котором вы сегодня говорите? Ну, я точную дату не помню. Нет, одному судебному приставу я и сообщила в этих... Когда рассматривалось уголовное дело, в связи с этим я просилась требовать материала. Дело там протокол должно быть. Это первое. Второе. Вот приставу, ну я точно не помню, но я вам скажу когда. Ну, еще до вынесения постановления об аресте. Это был, наверное, сентябрь. Вот когда Рукавишникова мне тут уже корчила, что продадим. Я приходила на прием Губарева, я еще раз говорю. Я была у Губаревой, она сказала... Все выслушала, сказала, все равно дом будет арестован, и вы сейчас пойдите, назовите свой адрес, куда вам все присылают. Я пошла и сделала все. Вот как, если у вас там не пропало ничего, это постановление, ну, это мое заявление, объяснение такое письменное есть от руки, ну, наверное, сентябрь, все. Скажите, пожалуйста, вот этот дом, который арестован судебным приставом, обеспечен ли инженерными сетями? В частности, меня интересует, имеет ли дом электроосвещение? В настоящий момент дом электроосвещения не имеет, но это не значит, что он имел, не имел ли он имел. До имел. Какого года он имел? Затрудняюсь сказать. Ну, примерно. 14, ну, 12. Затрудняюсь сказать. Он вообще он имеет подводку, он имеет электроосвещение. В настоящий момент, значит, там. Если вы проводов не увидели, это не связано с тем, что он не Я понимаю, к чему вы гоните, что признать его непригодным для проживания. Обойдетесь. Имеет ли дом водоснабжение? Вы знаете, как все деревенские дома, деревню новая мельница, он не имеет водоснабжения. Колонка. И я хожу на колонку так же, как вот по первой линии строительства огромное количество народу ходят с бочками на колонку. А то, по вашей логике, давайте все деревни признавать непригодными для проживания. Скажите, потому что вы вот сегодня на заседании говорили о том, что тот участок, где расположен дом, газифицирован. Находится в выгодном районе, да. Он газифицирован. Имеет ли ваш дом газификацию? Нет, наш дом газификацию не имеет. Но это не имеет никакого отношения к существу вопроса. Внутри расположена печь, которая используется для приготовления пищи и отопления помещений. Имеется ли у вас отопительная, имеются ли у вас дрова для отопления? Да, имеются дрова. Где они складируются? Ну, то есть, если они есть, то они должны где-то возле дома находиться. Так, слушайте, вы к чему вопрос? Вы хотите меня, сказать... У меня был вопрос, отапливается ли дом. Отапливается. Вы перед этим ответили о том, что у вас есть печь, и она... А какой... Уважаемый суд, я возражаю. Ну, какая разница, где лежат дрова? Ну, меня сейчас они скажут, что, вы знаете, вы нарушаете пожарную безопасность. Нет, да я вообще нарушаю вот все вокруг вас, потому что тем, что я существую до сих пор, я не сдалась. Да не сдамся, я буду ее делать. Раз в год я ее печатать, эту газету буду. Ну, буду. Я этот вопрос задаю только потому, что вы говорите о том, что они есть, вот поэтому, а мы их не видели, и вы хотели уточнить, где они вообще находятся. А вы где были? Что, вы без меня ходили по моему участку? Вы заходили без меня в мой дом? А кто вам открыл там замок? В дом никто не заходил. Ну так и вот все. Да
То есть они находятся в доме, правильно я понимаю? Они находятся в пристроечке, да, в сарайчике, в коридорчике. Хорошо. Все, больше нет вопросов. Нет вопросов больше. Вопросы есть? Вопросы? Уважаемый суд, ну, раз там все, у меня ходатайство. Я прошу привлечь в качестве третьего лица, заинтересованного лица к участию в деле моего сына. Вот я на обозрение суда удостоверение вынужденного переселенца, выданное на мое имя, это с печатью, с фотографией, это официальный документ. Здесь указаны вот мои сыновья, и здесь указано, что вот выдано, что они тоже признаны вынужденными переселенцами. Этот факт важен, потому что именно после признания их вынужденными переселенцами на них тоже распространялось право на суду. И вот здесь вот написано, что выдано долговременное суда. Вот. В связи с этим, не прошу... Вот это приобщить я купила? Нет, для обозрения я куплю потом. Ну, купим, мы сами сделаем и приобщим. И приобщить, да. Просите приобщить удостоверение вынужденного переселенца, что еще? Привлечь в качестве заинтересованного лица моего сына Ярцева Евгения Евгеньевича. 85-го года рождения, значит, он проживает по адресу Псковская область, город Печоры, улица Приозерная, дом 1, воинская часть 2294. А зачем он его приобрел? Потому что его права тоже нарушены этим постановлением. Это единственное для него жилище. Он имеет право на это жилье, это единственное для него жилье. У него другого нет, он причастие приписан. Он пограничник, он приписан причастие. Он ничем не пользовался. Мы, зная, что вот у него, он не пользовался никакой ни военной ипотекой, нигде ничего он не вставал, от государства лишнего не просил, потому что мы знали, что нам уже государство в свое время возвратной ссудой помогло. Все. Он ни в каких очередях, ни в каких списках, все. Вот. Мы рассчитываем на это. Можно сказать? По ходатайству. Так, все. Спрошу мнение. Так, значит, первая часть ходатайства приобщить копию, а вторую это привлечь к ответственности заинтересованного лица Ярцева Евгения Евгеньевича, который сейчас является военнослужащим, я правильно поняла? Да. И место его дислокации части? Ну, город Псковская область, город Печоры, улица Приозерная, дом 1, воинская часть 2294. Который там находится, да? Правильно, да. При дислокации части. Ясно. Пожалуйста, мне участие в процессе. Ходатайство из двух частей, да. Понятно, да? По каждому сказывайтесь. По первой части ходатайства о приобщении материалов управления не возражает. Относительно заявленного второго ходатайства полагаем, что оно не подлежит удовлетворению, поскольку данное обстоятельство не является, данное лицо не является в данном случае лицом, которое подлежит привлечению именно в этот процесс. Если его права нарушаются, по мнению заявителя, то гражданское процессуальное законодательство, именно статья 442, дает ему право обращаться самостоятельным иском и исключать имущество из-под ареста, поскольку акт описи и ареста составлен. Вот, в рамках рассматриваемого дела в порядке статьи 254 данное лицо, по нашему мнению, привлечение не подлежит. Я вашу позицию присаживаюсь. Рассмотрение суда. Суд с учетом мнения участника процесса определил заявленное ходатайство удовлетворить части. Приобщить материал взял копию удостоверения вынужденного переселенца. Что касается второй части ходатайства о привлечении в качестве заинтересованного лица Ярцева Евгения Евгеньевича, суд в указанной части отказывает удовлетворение ходатайства, так как по делам указанной категории участие в деле привлекаются заинтересованные лица стороны исполнительного производства. Оспаривается действия судебного пристава в рамках исполнительного производства. Стороной исполнительного производства Ярцев Евгений Евгеньевич не является, поэтому не может быть привлечен в качестве заинтересованного лица. Тем не менее, разъясняют тут, что действительно право его, если в данном случае нарушается его право на собственность, на жилище, в котором... Хотя я документов не видела, вы говорите, что все, да, вам всем предоставлялось. Да, в этом случае, значит, действительно, статья 442, 444 Гражданского процессуального кодекса говорит о возможности обращения указанных граждан с иском именно в порядке искового производства, в порядке отдельного суда производства об освобождении имущества. Такое право предусмотрено иным способом защиты права. Так, далее, пожалуйста. Все, ходатайство закончилось, пояснение сторон. Заинтересованных лиц. С вас, наверное, вообще. Так, время обеда. Прерываемся на обед? Давайте продолжим. Мы закончим уже? Нет, закончим. Давайте уже закончим. Ну, я прошу. Мы потом не начнем, не соберемся в том же составе. Соберем курс, мы постараемся.
Уважаемый суд, нет, я прошу все-таки соблюдать наши права и ваши тоже. Время обеда я прошу отложить. 2 часа продолжение. Уважаемый суд, а у меня судебный процесс, это продолжение. Я просила же отложить. А как же отложить? Мы продолжаем судебный процесс. Отложить в связи с чем? Откладывать, я сейчас с чем должна? Давайте дослушаем тогда всех действий, потом продолжимся. Вас сколько, трое? Ну, мы будем коротко. Один скажет про действия, я скажу позицию требования. Продолжаем? Пожалуйста. 27 марта 2014 года в Восток-город Великого Новгорода 2 поступила сумма исполнительного производства. 5 апреля оно было в отношении должницы Ярцева Галины. Откуда она поступила из исполнительного производства? И меня это все только сказала в исполнительного производства. Пожалуйста, поподробнее здесь. Сводное исполнительное производство входило в УК-9, поступило данное сводное исполнительное производство из ОСП города Великого Новгорода номер 1. Когда оно поступило? 27 марта. 27 марта. УК-9 уже являлась стороной исполнительного производства в качестве взыскателя. Да. Именно вот по тем платежам. Да. Так, поступило оно в ваше производство? Да. Так, пожалуйста, дальше слушаем вас. 4 апреля было возбуждено данное исполнительное производство, принято к исполнению. Возбуждено, принято, наверное. Принято к исполнению. 20 мая были направлены запросы во все регистрирующие органы с целью выяснения финансового и имущественного положения должника. По полученным ответам стало известно, то, что у Ярцевой Галины Валентиновны имеются открытые счета в Сбербанке и... Вот. Зарегистрирован земельный участок и недостроенный жилой дом по адресу Новая Мельница, дом 245, улица Загородная, дом 15. Судьёю 3 июля 2014 года был наложен запрет на регистрационные действия в отношении данного постановления 3 июля 2014 года. Да? Совершались неоднократные выходы в адрес. По адресу Псковская 48373 с целью проверки. Сразу вот этот адрес откуда сведется, но было передано данное исполнительное производство. С указанием. С указанием данного адреса. Неоднократные выходы по месту жительства должника с целью проверки имущественного положения и ознакомления с материалами исполнительного производства. Дома должника застать не удалось. Именно по Псковской. Именно по Псковской. Также звонил, на телефонные звонки не отвечала должница. Не надо прерывать. Все ваши вопросы, пожалуйста, записывайте, суд даст возможность задать все вопросы. Пожалуйста. Когда должница не отвечала на телефонные звонки, телефон либо был выключен, либо не отвечали. Потом был совершен выход в адрес по Нехинской 57, где расположена редакция газеты «Русский караван». В момент выхода должницу не удалось застать, но был после этого совершен звонок. Должница ответила и сказала, что явится на личный прием. Вызвана была. В этот же день, август, 19 августа, должница пришла на прием к судебному приставу ко мне. 19 августа 2014 года. Также она дала объяснение по поводу того, что по поводу своего места проживания, то, что она на самом деле проживает по адресу Новая Мельница, улица Загородная, дом 15. Да, скажите, пожалуйста, подробнее. Это пояснение, как она письменно это дала? Да, письменно. Так, что-то я его не видела. Есть, да? С водным исполнителем, да? Вот да. 19 августа она вам в письменном объяснении указывает адрес. Правильно я поняла, да? Так, дальше. Также было
поднят вопрос об аресте земельного участка и недостроенного жилого дома. Это вы беседовали, да? Да, Галина Валентиновна была извещена о том, что в случае неуплаты задолженности своих задолженностей будет наложен арест в связи с тем, что другого имущества у нее не имеется. Не обнаружено. Да. Что дальше? На 15 сентября 2014 года был выход в адрес по адресу Новая Мельница, Загородная, 15, с целью ареста земельного участка и недостроенного жилого дома. 15 именно в адрес сентября. Вышли вы на место дальше? Но до этого совершались неоднократные звонки Ярцевой Галине Валентиновне. На звонки она также не отвечала. Да. После этого были произведены действия по аресту, вынесено постановление о наложении ареста на данный участок и жилой дом. Также направление было направлена на оценку, была вынесена заявка. Ну вот у нас сейчас оспариваются действия по вынесению вами постановления на наложение ареста, ну, соответственно, и акта на наложение ареста. Они вместе выносятся, да, вот. Постановление с актом это, в принципе, если выносится одно, то принимается и другое. Меня интересует такой вопрос. Вот все, что остальное дальше, пока оно у вас не является предметом судебного спора. 15 сентября 2014 года вы выходите на место, выносите постановление и акт. А вот сама Ярцева извещалась о том, что будут проведены следующие дополнительные действия? Телефонные звонки она не отвечала. То есть вы пытались, она не отвечала? Я правильно поняла? Да, были составлены телепрограммы. Так, далее у меня к вам вопрос. Скажите, вот вы говорили о том, что я никак не найду почему-то, я, честно говоря, не видела, но я знакомилась, его пропустила, о том, что она вот в письменном заявлении сообщала адрес по Загородной. Это было, как вы сказали, в июле. В августе. В августе. Это письмо, как вы видите. Я нашла такого заявления, тех копий, которые мне это письмо. Вот, да, предъявите, пожалуйста, чтобы я видела. Можно я вас отправить? Так, они датированы, да? Да, вот 19 августа. Объяснение. Регистрации по моему месту жительства не имею. Фактически проживаю в принадлежащем жилом доме Новая Мельница, дом 245. Обращаю ваше внимание, что этот дом мы с детьми приобрели в 1998 году на средства, предоставленные на трех членов семьи в виде возвратной службы. Что-то дальше не понимаю. Вы должны присесть. Да. Это единственное, да? Или не так? Да, я не прочитаю. Не поняла. Прочитайте вы сами, пожалуйста. Что вы дальше? Да. Этот дом, в виде возвратной службы, как нужным переселенцам, этот дом наше единственное жилье, и оно пригодно для проживания. В этом доме росли мои дети, в этом доме я начинала делать газету «Русский караван», из-за которой меня рвут на части, как шакалы раненого льва. При решении вопроса об аресте дома прошу учесть данные обстоятельства. 19 августа 2014 года, Ярцева. Вот исходя из текста этого заявления, чтобы уже решили вопрос об аресте, да что? Почему вот такая фраза? Должница была уведомлена о том, что будет производиться арест. А конкретно, да, вот на 15 августа вы ее извещали? А вы ее извещали вот по этому адресу, по которому она просила вас известить? Нет. А почему? Она же телефонограммы были составлены, то, что звонки были. Да, и телефонограмму я могу увидеть? Да. Вот, да? Да.
также вот эту историю. Она когда да? вызвала была у меня? Нет, это нет, она у нас от 19 августа. Угу. Это вот когда вы ее вызвали, она пришла, понятно. Да, это вот как раз, давайте заложим, это вот как раз на то, чтобы... Можно огласить, я запишу на телефонограмму? Телефонограмма от 15 сентября 2014 года, судебный пристав исполнитель ОСП номер 2, Бравина Марина Сергеевна, на основании исполнительного листа 4539-2012-10-2012 года в отношении должника Ярцевой, проживающего в Новгород, Псковская 48373, предмет исполнения задолженности по коммунальным платежам в пользу управляющей компании номер 9 составил телефонограмму, номер телефона 86-8-960-206-501-97. Ваш телефон. Это мой телефон. А с какого звонка можно указать? Дата время так 15.09.2014. Должница не ответила на телефонный звонок неоднократно. А время указано звонку? Так, 10 утра. Телефон, с которого производился телефонный звонок, 557-343. Так, все, да, вот это телефонограмма? Да. Так, дальше. Вот, у меня сразу вопрос. А почему не направляли, коль она вам до этого как раз и указала адрес, куда направить ее извещение? Почему? Здесь Псковская написано. Она возможно, отправить по данному адресу. Но она же указывает. Извещается, она вам письменно оставила сообщение. Вы это не практикуете? Ну, так. Понятно. Да. Так, все, да? Вот далее. Далее вы выходите на место и производите арест, да? Составляете постановление и выносите акт о наложении ареста. Следующий у меня вопрос такой вам. Вот согласно всем документам, которые вот касаются произведенных действий по аресту, и телефонограмма, и само постановление, и вы указываете, вот несмотря на то, что это сводное исполнительное производство, вы указываете конкретному взыскателю Кадеев, вы указываете сумму, которая взыскивается, и никаким образом не упоминаете сводное исполнительное производство. Почему? В рамках данного производства вы распределяете. Именно в рамках Кадеев, где является взыскатель. Правильно поняла? Да. Пишешь? Не сводного, а в рамках именно этого, так получается? Но это производство, оно же сводное объединено, поэтому... Ну, если бы... А что мешало указать в рамках сводного исполнительного производства? Хотя бы, пусть бы вы написали, но где-то указать, что это сводное исполнительное. Вот во всех документах вы указываете только именно указать эти платежи. Все, больше никак не пытаетесь как-то привязать к сводному исполнительному. Так, следующий у меня по вопросу. Скажите, пожалуйста, вот то производство, о котором вы сейчас говорите, о отношении, которое вы сейчас указали, оно сейчас действующее? Нет. Оно исключено из исполнительного? Исходного, да. Каким, под этим основанием, почему? Оно прекращено. Когда прекращено? Имеется ли документы о прекращении, вынесено ли вам постановление о прекращении? Постановление о прекращении вынесено. Да. А могу его не вынести? Ну как же? Когда оно вынесено? В январе 15-го. Этого года? Да. То есть после проведения действий? Да. Так, понятно. Значит, прекращено в январе 15-го. Угу. По каким основаниям вы прекратили данное исполнительное производство? По судебному приказу. Отмена судебного приказа. Насколько я после судебного дела, отмена произошла еще в июле, да? Да. В июле. Почему только в январе 15-го прекращали? Нам данная отмена не поступала. В январе 15-го года что вам поступило, либо что и было? Да, поступило заявление Ярцевой Галины, суд, повестка и все. Заявление уже направлено. Могу я увидеть? Ну, это исходя из ваших документов, на повестке. А вот когда вам прислали, да, но только когда уже производство это вызвало, вот на основании этого, правильно я поняла? Вы прекратили производство. Так, следующий у меня к вам вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот насколько я поняла, и вот, судя по материалу, судя по исполнительному, 20 какого-то апреля, там, да, оно уже было объединенное, и вам передавалось объединенное. Уже объединенное исполнительное производство. А вот затем уже вы выносите постановление об объединении исполнительного производства, еще раз указываете. В августе месяце. 14 года. Чем это связано? В связи с тем, что было новое исполнительное производство добавлено. Добавлялись? Да. Остались все те же? Да, еще добавлялись плюс. С этим было связано. Да. На тот момент, несмотря на то, что по УК-9 приказ был отменен, но тем не менее оно являлось стороной исполнительного производства. Да. Так? Так, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста. А как, нет, секундочку, а как же она являлась? Нет, подожди. Я как что-то вы как-то вот вроде как спасать их собрались. Я вы же извините, там за них есть кто постоять. Я все объясняю. За ними. Подождите, вы все вопросы даже зададите. Ну и следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы производили арест и выносили постановление о наложении ареста, какие документы, либо на основании чего, вот, по отношению дома вы делали вывод о том, что этот дом принадлежит Герцовой. Был сделан запрос в ГРП с целью. Mm-hmm. Еще раз, могу я увидеть это? Так, это выписка 2.06.2014 года, да? Угу. На основании этого вы делаете вывод о принадлежности, да? Да. Загородная 15. Почему ей туда вот не направляется-то? Вот. Все обстоятельства говорят о том, что... Ну, на тот момент он даже было неизвестно, то, что она проживает по новой мельнице. Но она он зарегистрирован, да. Это уже позже. Это было позже объяснение, а на момент она была неизвестна. Понятно. Так. Еще. Первый вопрос, который я хотела начать, забыла задать. Вот согласно заявлению, ссылается заявительница на то, что вот срок таким образом, получается, обращалась она с нарушенным сроком. Узнала, пишет 23 января, обращается 4 февраля. Даже если узнала с момента, когда узнали 23, на 4 февраля когда обратились, 10 дней стекло. Как 10 стекло? Ну, на 11 день. 23? Вот со следующего дня считайте, 24-е, 25-е. Нет, 25. Я считала. Я не знаю там что, я когда чего узнала, но я... 4 февраля, какой день недели был? Среда. Стекло, да. Считайте, вот 23-е вы пишете? Ну, значит, не 23-го, я считала. Я считала. Где? Поэтому я выясняю, давайте. Нет, я считала, я просто... Ну что, я себе враг, что ли? 23-го, если 24-й следующий день, 24-й, 23-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й, 1-й, 2-й. 2-й последний день был. 2-й последний день. Нет, подождите, вы 23-го я узнала, а получила-то я не 23-го. Я же получила, я узнала. Нет, я узнала. С момента, когда стало известно. Нет, секунду, что значит, когда стало известно? Я бумагу на руки. Вот а что? Когда получили-то? 29-го. Вот когда их. Где? 29-го? Оценку 29-го. Нет. И оценку 29-го. Я уже 29-го. Нет. Ну я просто, я же не помню это. Ну что ж, я. 29 января 2015 года. Да. Вы получили, правильно? Да, я получила вот эту бумагу, да. Одновременно с оценкой. Одновременно. Продолжаю вопрос. Скажите, насколько я поняла, постановление о наложении ареста и у вас я этого не получила. 15.09. Она не присутствовала при совершении вами исполнительного действия, правильно? Нет. Не присутствовала и не получала.
Вы ей направляли куда-либо? Направляли. Куда? На Псковскую. На Псковскую. Есть какие-то документы там? Материалов нет, это надо смотреть исходящий журнал. Так, но направляли на Псковскую. На Загородную не направляли? На Загородную. Скажите, вот сейчас утверждает должница, что 29 января она получила от вас копию указанного постановления. На руки. Это соответствует действительности? Да. То есть вы не отрицаете, да? Да, 29 числа мне поступила оценка, я поняла оценку 29 января. И вот принятие оценки. Ну вот то, что она получила на копию постановления, вот сейчас нас интересует копия постановления по положению ареста. Она получила 29-го, но у вас... Она поставила меня в известность, то, что у нее нету этого постановления, а в связи с тем, что она является стороной исполнительного производства, я не могу. Вы не отрицаете, копия. Что 29-го, но я так поняла, нигде это не нашло отражение, да, не расписано, как это получили. Но вы не отрицаете. Факт мы, как нам общеизвестно, и вам не числа я ее извещала об этом, сказано, она была поставлена в известность. Нет. Нет, она сказала, что прошла оценка, и я стала требовать документ. И я ходила три раза. Вы посмотрели отчет об оценке. Неправда. Я вам сказала, что я не могу вам выдать постановление о принятии в связи с тем, что у нас на тот момент не работала база. Неправда. Ничего мне не дали. Я не имею вам права дать смотреть, не надо рассказывать. Слушайте, начнут сейчас врать. Правильно я поняла? 29 января. Эту дату никто не оспаривает. Так, 29 января вы получили. Я получила копию, не расписалась, расписалась только за оценку, потому что было уже у выхода. Ваш адрес 29-го вы получили, 29-го. Что вы обратились. Да, 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 все в срок. С момента, когда узнала лицо-то, она пишет, вот, узнала 23-го, она сама это все жалобу пишет. Вот мы сейчас исходим, когда вы получили. Уважаемый суд. Слушайте, у меня нет здоровья вот эти издевательства терпеть. Ну, сделали неправильно, сейчас они тут... Скажите, пожалуйста, к вам же мы тогда обращались, оспаривали постановление, о котором мы узнали, но которого не было. У нас же заявление не приняли, потому что, чтобы в порядке 254 или какой там оспаривать, нужно копию постановления приложить. У меня не было возможности обратиться в суд раньше, потому что не было постановления. Господи, извините. Да что ж соберутся, да что ж они в десятером-то не ходят меня сюда мочить, а? Так, сидят, живут, теплее, добрее, да, в домах. Давайте эмоции оставим. Эмоции оставили, работаем в рамках судебного процесса. Итак, далее. Значит, вопросов у меня к вам больше. А, есть еще, меня уже сбили. Так, вопросы у меня есть к вам по поводу, вот я специально выделяла те четыре основания, которые уточнила свидетельница. Первое, это значит, по поводу того, что возвращаемся к нему. Судебный акт, на основании которого сказано исполнительное производство в рамках этого. По этому поводу что хотите сказать? Есть? Нам было неизвестно. Вам было неизвестно. Когда узнали, так сразу отправили. Поэтому, да? Так, второе. Второе – это то, что дом является единственным фактически пригодным для проживания единственным помещением. По запросу, оно как идет, как нежилое. А вам известны другие места проживания, которым проживает и располагает? Нет. То есть нет сведений о том, что не есть... Не то, что на Псковской проживает, и все. А вот основания проживания выясняли? Есть карточка, есть регистрация? Нет. Есть иные сведения, договор найма, поднайма, еще какие-либо сведения? Такими сведениями вы располагали? Нет. А так... Следующее основание – это то, что и дочина в семье является, а то какие лица там проживают. У вас были сведения, проживают ли? Обращались ли вы в администрацию района по поводу того, имеется ли в домовой книге иных данных сведения о том, кто зарегистрирован, либо проживает без регистрации? Тот запрос сделан в ТИ, и я ответ получу. В ТИ какой запрос? То, что... Этот дом, пожалуйста. Прикольно. На теперь в учете не состоит. На теперь не состоит. Да. Можете еще. Сейчас я положу.
Значит, факта того, что он состоит на учете, для вас достаточно для того, чтобы сделать вывод, что он не пригоден для проживания. Я правильно поняла? Что там не зарегистрировано. Были выходы в адрес, и дом не пригоден для жилья. Вы сделали такой вывод? Ну, без окон, без дверей. Дом без окон? Ну, окна разбиты, поэтому дом... Ну, зачем же вы врете? Это ваше личное было мнение, что дом не пригоден. Либо нет, я пытаюсь выяснить. Ну, соседи задавались вопрос, который, и соседи поясняли то, что... Давайте начнем с того. При составлении вашего постановления и акта на ваше место, кто присутствовал? Были? Понятые, да. Были. Вы у них выясняли эти обстоятельства? Да. Так, что вам рассказывали? Пояснялось то, что данная гражданка, должница, не проживает по данному адресу. Это вам говорили понятые? Это соседи, да, поясняли. Они говорили, что не проживают вообще, проживают время. По конкретно, что они поясняли? На тот момент, как бы соседи напротив, сосед был понятым, но он сказал, что он не видел ее ни разу. А вот буквально вчера, когда выход сделан был выход в адрес, и соседка пояснила, то, что должница не проверяет. Они совершают ей звонки, то, что приходит корреспонденция, но... Она приходит за корреспонденцией или что? А соседи сказали, что она поступает корреспонденция в их ящик, и они ей как бы в дверь вкладывают, и все. Но она забирает эту корреспонденцию, да? Понятия не имею. Могу сказать. То есть корреспонденция на тот адрес на ее имя приходит? В соседний ящик. Так, а вот в администрации района, либо что-то вот по домовой книге, вы не выясняли, кто там есть ли зарегистрированные лица, есть ли кто там, вы не выясняли. Эти обстоятельства вы не выясняли, да? Так, следующий у меня к вам вопрос. Так, ну и следующее основание, которое указывает заявительница, это несоразмерность. По тем требованиям. И по оценке на момент ареста сумма задолженности была 499 000. По сходному исполнительному производству 782 рубля 79 копеек. Это без исполнительского сбора. А дом во сколько отсюда? Вот еще раз назовите общую сумму задолженности. 499 782 рубля 79 копеек. Без исполнительного. А вот по УК там 283, если не ошибаюсь, да? Да. Общая стоимость всего объекта 504 319 рублей 67 копеек. Так. Вы считаете, что по соразмерности? Да. Что соответствует? Уж все говорю я, вы уже даже слова сказать не можете. Так, в принципе, у меня вопросы пока закончились, а вопросы, пожалуйста, у заинтересованных лиц службы пристройки. Есть? Нет. Пожалуйста, на вопрос. Так, скажите, пожалуйста, я правильно поняла, что вы, как вы утверждаете, 15 сентября 2014 года пытались мне телефонограммой сообщить, по телефону сообщить, что будет арест? Да. И звонили вы с телефона служебного 557-343, да. И не дозвонились. Скажите, пожалуйста, вот чем вы объясните? Во-первых, вы звонили мне на мобильный телефон. Да. А вы звонили мне с мобильного телефона? С мобильного я звонила до этого. А вот 15 сентября? Нет. С мобильного вы не звонили. Скажите, пожалуйста, а что вам помешало позвонить с мобильного телефона? А это личный номер? Скажите, пожалуйста, личный номер. Вот у меня тогда возникает вопрос. В апреле 2014 года, когда вам меня нужно было прям достать кровь из носу, чтобы вручить очередное требование в рамках исполнительного производства, вы мне направили на мой мобильный телефон смс-сообщение с мобильного телефона. Вы нашли возможность это сделать, когда вам надо было. И вы, пожалуйста, не отрицайте, у меня смс-ка сохранилась. Скажите, пожалуйста, в таком случае, что помешало вам 15 сентября 2014 года направить на мой мобильный номер смс-сообщение, чтобы я его прочитала, когда смогу ответить? Возможно, у меня не было с собой мобильного телефона, я уже сейчас не вспомню. Скажите, пожалуйста, в случае, если вам в рамках исполнительного производства необходимо по телефону смс-сообщением известить сторону, у вас есть возможность...
вашей службе воспользоваться каким-либо служебным мобильным телефоном с этой целью. Мобильного телефона нет. Мобильного телефона нету. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы мне посылали смс-сообщение с мобильного телефона в апреле 2014 года? Надо было известить, поэтому. Надо было известить. Скажите, а 15 сентября о том, что меня единственное жилье отбирают, не надо было известить? Я не могу сказать, может, у меня не было на личном мобильном телефоне денег. Скажите, пожалуйста, у вас их не было в течение какого времени? Я снимаю этот вопрос. Вы знаете, уважаемый суд, когда им надо, она же задолбает звонками, смс-ки и все. А ей надо было, тогда мне надо было что-то на меня. А тут не надо. Значит, я сейчас, уважаемый суд, я сейчас пойду возьму детализацию, куда и когда она сколько раз пыталась соединиться. И я схожу на телеком, и не дай бог выяснится, что вы ни разу не набрали номер телефона. Я на ваши звонки, я на все всегда отвечаю. Я отвечаю на все всегда. И не может быть, чтобы я не ответила. У меня продолжение этих вопросов по вопросу. Скажите, а почему вы звонили именно 15 сентября, в день совершения исполнительных действий, а не заранее должны были? Почему заранее вы не должны заранее были совершать звонки и выходили в адрес? Вот так вот заранее, тут я не знаю, что, вот когда заранее? Вот у вас есть только 15 сентября вы... Ну это же день совершения исполнительных действий, а заранее вам положено по закону. Вы смотрели телефонограмму. Вы смотрели в августе телефонограмму. Ну это в августе, это уже было имя. Вы говорите, в августе, это когда мы встречались, и она давала объяснение. Нет, там телефонограмму еще вы как бы смотрели. Но она была именно на тот момент, где она давала объяснение по новому адресу. Я поняла так. Подойдите, если что, разубедите меня. Вы встречались, это было в августе, и она сообщает свой адрес загородная. Правильно? А потом? И уже тогда было сообщено о том, что будет арест. Вы-то откуда знаете, вы в другом здании сидите? Откуда? Что вы ей подсказываете? Ничего не было сообщено. Нет, вы такое вот суду сказать, что такое просто. Давайте не будем перебивать. Так, уважаемый суд, вот началось в колхозе утро. Уважаемый суд, уважаемый еще председательствующий. Указания приставу дают председательствующий. Пристав не может свободно принимать решение о том, что ему делать. Началось в колхозе утро. Ах, Ярцева посмела рот разинуть в свою защиту. Ах, она гадина, еще и сопротивляется. Мы ее давим всей службой приставов. А она, сволочь такая, сопротивляется. Протокол составляйте. Судебный пристав обеспечивает порядок ведения судебного заседания, поэтому он совершает эти действия. Давайте, в принципе, работать. Он нарушает мои права. Я сейчас весь процесс веду, я всесторонне рассматриваю данное дело, все обстоятельства пытаюсь выяснить. Поэтому давайте будем работать в рамках. Вот вы задали вопрос, я считаю, что мне не полностью на него ответ. Я продолжаю задавать этот вопрос и еще раз поясняю. Насколько я поняла, еще раз, значит, в августе, когда вы приглашали, продолжайте дальше, что вы хотели сказать? Должница была уверена в августе месяце, так что будет производиться арест. Да, приглашение. Хорошо. Почему вы надлежащим образом не оформили это извещение? Вот вы ее пригласили. Она вам дает объяснение. Кстати, вы ее тогда для чего приглашали? Потому что она объяснила, где она проживает, потому что она псковская. Это именно для этого исполнительного действия вы ее приглашали. Вот она вам поясняет. Она проживает по адресу район Загородная. Она вам поясняет. Дальше. Где ваши действия, которые вы говорили о том, что вы ее извещаете о дате, времени и месте проведения следующего исполнительного действия в виде выпуска? Ну, странно, она уверена об этом. О чем она указывает же потом свое объяснение, что это ее единственное жилье. Так, у меня вопросов нет более. Есть вопросы? Да, есть. Скажите, пожалуйста, значит, все-таки, когда вы меня извещали о том, что будет, вот вы меня извещали о том, что будет арест, и когда? В августе месяце вам говорилось об этом на личном, когда вы приходили, давали объяснение, то, что будет совершен, а 15 сентября... Что будет совершен? А на дату указано, когда это будет совершено? Нет, я напишу. Есть вопросы? Так, продолжите. Да. Дальше 15 сентября был совершен звонок. Я понимаю.
Да. Пожалуйста, вопросы у участников процесса имеете к судебному приставу исполнителя? Присаживайтесь. Судебный пристав, вы будете дополнять что-то? В принципе, я поддерживаю все ваши сказки. Единственное, хочу добавить о том, что по отмене судебного приказа, значит, сама Ярцева Галина Валентиновна, да, она являлась судебным приставом в августе и в январе, то есть, но при этом не было ни разу сказано о том, что данный судебный приказ отменен, хотя она знала о том, что в пользу управляющей компании номер 9 у нее имеется задолженность, что данное исполнительное производство не прекращено на тот момент. Так как судебному приставу не поступило данное заявление с мирового суда, да, о том, что отменен данный судебный приказ, естественно, судебным приставом не было прекращено данное исполнительное производство. А тогда, когда поступила повестка уже в феврале месяце, получается, в январе, о назначении судебного заседания. Именно этого судебного. Да, этого. То есть здесь были приложены документы судом, в которых следовало, что данный судебный приказ отменен, судебным приставом было прекращено данное исполнительное производство. Вот. Заявленным средством не согласны, мы считаем, что арест произведен в соответствии с действующим законодательством. Все. Вопрос есть? Да. Уточните, пожалуйста, так вы меня хотите обвинить в том, чтобы незаконно арестовали дом? Вы меня хотите обвинить в том, что я вам не сообщила, я что должна была, не сообщила об отмене? Я вас обвинить ни в чем не хочу. Я вам просто сказала, что вы судебному приставу о том, что зная о том, что отменен данный судебный приказ, и что в отношении вас имеется данное исполнительное производство у нас на исполнение, не сообщили о том, что оно. Уважаемый суд, вообще, конечно, вот эта вот наглость меня поражает, но все-таки дайте я дам объяснение. Мне в голову вообще не пришло, когда они говорили арест, и учитывая, что Рукавишникова здесь мне корчила рожи, отберем, продадим, я была уверена, что это в рамках, вот, делается по ее этому решению по арбитражного суда про 102 тысячи. И если уж на то пошло, вы будьте вообще-то, честно сказать, добросовестными. И когда я, вот, какого числа-то вот уже вот пошла к этому, ну, Карманову с заявлением, у меня же, я пошла к Карманову с заявлением, у меня же не было еще этой бумаги, мне только-только ее сунули в карман, и я и не знала, что, буквально так вот на входе, вот так вот. То есть я, когда пошла на прием к Карманову, заявление на его имя у меня было написано, естественно, заблаговременно накануне. В тот момент, когда документов исполнительных копий у меня еще не было. То есть я вот вчера написала, сегодня в 2 числа пошла к приставу, чтобы получить копию исполнительного производства, постановления, и идти к Карманову. И вот я его получаю, и поскольку времени уже нет, я его кладу в сумку и иду. Так вот, в заявлении на имя Карманова, там было указано, что вот по решению суда, по Рукавишниковой, по 102 тысячи, у меня тыры-пыры. И потом приписка. И приписка. И когда я пришла к ним, пока сидела, и приписка. Я когда писала, я не знала, оказывается, тут такое дело еще от руки приписано. Вы же видели это заявление и приписку. Ну что вы начинаете-то, а? Они меня еще в чем-то хотят обвинить. Вас никто ни в чем не обвиняет. Вопрос есть? Зам? Заместитель, да? Так, и, пожалуйста, ваше выступление, представитель ФСБ. Уважаемый суд, мы, Управление Федеральной службы судебных приставов, с заявлением Яковлевой Галины Валентиновны не согласны, полагаю, что оно не подлежит удовлетворению по следующим обстоятельствам. На исполнении межрайонном отделе судебных приставов Великого Новгорода номер 2 находилось в отношении заявителя сводное исполнительное производство, в рамках которого судебный пристав совершал действия, направленные на исполнение требований судебного акта. Согласно статье 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты являются обязательными для исполнения всеми гражданами и юридическими лицами. Заявитель знала о том, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство, она это не отрицала в судебном заседании, однако никаких мер, направленных на исполнение, не предпринимала. Как нами также было установлено, за отсрочкой и рассрочкой исполнения не обращалась. В связи с этим, руководствуясь статьями 64 и 68 Федерального закона об исполнительном производстве, судебный пристав обязан проверить финансовое и имущественное положение должника и в случае выявления имущества принять меры по обращению на него взыскания. В связи с этими нормами закона судебный пристав направил запросы в органы, регистрирующие право собственности, а также кредитные учреждения. При получении информации судебным приставом было установлено о наличии
счета, открытого на имя заявителя в отделении сберегательного банка и объектов недвижимости, зарегистрированных за ней, жилого дома и земельного участка того, о котором в сегодняшнем заседании идет речь. Значит, в соответствии со статьей 70 Федерального закона об исполнительном производстве судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, поскольку денежные средства являются также тем видом имущества, на которое подлежит обращение взыскания, и направил это постановление в отделение сберегательного банка по месту открытия счета. Далее судебным приставом исполнителем были предприняты меры по наложению ареста на иное установленное у должника имущество, а именно дом и земельный участок, расположенный в Новгородском районе, в Ивановском сельском поселении, деревне Новая Мельница, 245-й дом, как следует из ответа регистрационной службы. Относительно доводов заявителя о том, что данное имущество, на данное имущество не подлежит обращению взыскания, я полагаю, этот довод не основан на законе по следующему основанию. Согласно статье 79 Федерального закона об исполнительном производстве, взыскание на имущество должника обращается, не подлежит обращению в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Если обратиться к статье 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, то из части 1 этой статьи следует о том, что по исполнительным документам не может быть обращено взыскание на следующее имущество, принадлежащее гражданину на праве собственности. А именно, буквально звучит следующим образом. Жилое помещение, если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещения. Виды жилых помещений, поскольку статья 446 Гражданского процессуального кодекса определяет именно жилое помещение, определены в статье 16 Жилищного кодекса Российской Федерации. Согласно части 1 указанной статьи, к жилым помещениям относятся: первое – жилой дом, второе – квартира или часть квартиры, и третье – комната. Часть 2 этой же статьи Жилищного кодекса устанавливает, что жилым домом признается индивидуально определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного характера, предназначенных для проживания граждан и удовлетворения своих нужд. Если обратиться к требованиям к жилому помещению, то они изложены в положении о признании помещения жилым, которое утверждено постановлением правительства номер 47 от 28 января 2006 года. Согласно пунктам 11-12 указанного положения, жилым признается помещение, которое обеспечено инженерными сетями, электроосвещением, хозяйственным питьевым горячим водоснабжением, водоотведением, газифицированным отравленным газоснабжением, исходя из тех обстоятельств, которые имеются в материалах исполнительного производства, исходя из тех пояснений, которые были установлены в сегодняшнем судебном заседании. Данное помещение, которое зарегистрировано за заявителем, не отвечает требованиям жилищного законодательства и постановления правительства, которое определяет его как жилой дом. Если мы обратимся к отчету об оценке, который также приобщен к материалам сводного исполнительного производства, то мы в нем увидим характеристики того объекта недвижимости, который арестован судебным приставом. Вот если мы посмотрим, отчет мы также приобщали к судебному разбирательству, и на странице 28 здесь вот как раз даны характеристики этого жилого помещения со слов заявителя, где говорится о том, что ветхое, состояние несущей конструкции, аварийное, ограничено, весьма ветхое, конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии и полностью тут неликвидны. Вот. Ну и так далее, если вы посмотреть по отчету, то из отчета видно, что данное помещение не является тем объектом недвижимости, о котором говорит заявитель. Кроме того, хотели бы обратить внимание на то, что из ответа регистрационной службы следует о том, что вот это помещение, зарегистрированное за заявителем, имеет назначение нежилое. Это указано в выписке, которую сегодня обозревали в судебном заседании. Так, это выписка, которая... Да, 21 августа. Подождите, а 2 июня там была выписка, нет? ЕГРД. Ну, давайте вернемся. Давайте сразу смотрим. Давайте с какой готовностью туда вернемся. Нет, ну обозрим. Вы все живете в тепле, в добре, у вас крыша над головой есть, у вас совесть-то имеется, нет? Идете за 10 секунд. Понятно. Дальше, пожалуйста, продолжайте. С учетом изложенных норм закона
Я полагаю, что судебным приставом правомерно сделан вывод о том, что данное арестованное имущество не относится к тому имуществу, которое определено в статье 446 Гражданского процессуального кодекса, а именно не является тем объектом, о котором нам говорит заявитель. При таких обстоятельствах действия судебного пристава по наложению ареста являются правомерными. Применительно к доводам, те, которые заявляла сегодня Ярцев в судебном заседании, полагаю, что они также не подлежат удовлетворению, поскольку фактически не основаны на законах, на нормах закона. То есть они являются, скажем, ссылками без основания на какие-то положения федерального закона об исполнительном производстве. С учетом изложенного прошу удовлетворение требований отказать в полном объеме. Все. Все. Вопросы? Вопросов нет, ходатайство у меня. Пожалуйста. Уважаемый суд, сажусь. Ну тут уже, как говорится, переходим к стадии Сталинградской битвы. Уважаемый суд, прошу вызвать судебное заседание в качестве свидетелей Седову Татьяну Ивановну, проживающую Великий Новгород, улица Лехинская, дом 26, квартира 45. Васильеву Нину Анатольевну, проживающую Великий Новгород, улица Почтова, дом 29, корпус 1, квартира 12. Поспелову Лилию Васильевну, проживающую Великий Новгород, улица Свободы, дом 23, квартира 77. Мавруша Владимира Васильевича, проживающего в Великий Новгород, улица Красилова, дом 6, квартира 12. Данные свидетели могут подтвердить, что дом является жилым, пригодным для проживания. Ничего там нет ветхого, конструктивного. Вы бы так вот эти дома ветхими в городе признавались такой скоростью и легкостью. Является жилым, пригодным для проживания, никаким не ветхим, обыкновенный деревенский дом. Вот. Ну и что фотография? Ну хорошо, вот она фотография. Есть крыша, есть двери, есть окна. Кстати, дверь закрывается на замок. Дома, где невозможно проживать, где они ветхие, двери даже не закрываются, потому что их закрыть невозможно. Это мой дом, это вообще что такое? Шастают всякие там без меня. Значит, я прошу вызвать в качестве свидетелей указанных лиц, которые там непосредственно были в этом доме. Значит, лица, которые помогали мне вселяться, конечно, с учетом вот давности времени, я сейчас адреса не знаю, но я-то их приведу в судебное заседание. Вот. А этих адреса я знаю. То есть эти лица могут пояснить, показать. И я тогда в таком случае я попрошу суд, вот после того, как если будут удовлетворены мое требование свидетелей, после их пояснений, значит, тогда экспертизу судебную, является ли это пригодным для проживания. С легкостью, как они этот рушат. Ну, хорошо, ходатайство. Мне не участвует. Управление полагает, что данное ходатайство удовлетворению не подлежит, поскольку данные лица не являются ни сторонами исполнительного производства, ни лицами, заинтересованными в судебном процессе. Те обстоятельства, которые хотят подтвердить эти свидетели, те обстоятельства, про которые говорит заявитель, которые должны подтвердить свидетели, я полагаю, они не могут лечь в основу принятия данного решения, поскольку постановлением правительства Российской Федерации и жилищным кодексом определены критерии, по которым определяется отнесение помещения к жилому, а именно, вот в частности, уже было озвучено наличие инженерных сетей, электроосвещения и так далее. Поэтому наличие вот тех характеристик, которые определены жилищным кодексом, они сами по себе на сегодняшний момент установлены. И нет необходимости, я полагаю, заслушивать лиц, которые бы пояснили о том, что можно находиться в этом помещении или нельзя. Мы здесь исходим из положения законодательства, и поэтому данные свидетели, по моему мнению, к участию привлечены к этому. Хорошо отказать. Ваша позиция? Да, поддерживаю позицию службы судебных приставов, так как в материалах дела находится отчет об оценке, на котором наглядно видно даже по странице 51, что этот дом не соответствует. А чему он не соответствует? Если в нем живут люди, чему он не соответствует? Ну, деревенский дом, в нем нет водопровода. По всей улице нет водопровода. В деревянных домах по всей улице нет водопровода. Есть там свет. Плохо, конечно, видно. Вот. Уважаемый суд, значит, я прошу. Да, там уже есть отчет полностью на нем. Визуально можно понять, что там даже все в снегу, там даже не знаю. Товарищи, вы высказали свое мнение, а суд даст оценку, так что понятно.
Суд с учетом мнения участника процесса определил удовлетворение заявленного ходатайства доказательства. Суд имеет возможность дать оценку тем доказательствам, которые представлены. В принципе, в данном случае не говорится «живое-не живое», как сила закона, пригодны для проживания. Поэтому мы несколько отклоняемся от существа нашего. Значит, уважаемый суд, в связи с тем, что вот мне вот такое вот не было вручено, вот эти с картинками, с описанием, что все там сгнило, учитывая, что мне это было в этом, это мне не выдавали, мне выдали совсем, вот мне сказали, что это мне не положено, мне такое не выдавали. В связи с этим, так я поняла, что там внутри написано, что все сгнило, непригодно там для проживания. Я с этим документом не знакома, впервые об этом слышу, картинки впервые вижу. Учитывая это, я прошу сейчас отложить судебное заседание, предоставить мне возможность все-таки получить копию в службе судебных приставов вот этого. Материалы дела. Вот. Для того, чтобы это дело как-то оспорить, опровергнуть и так далее. Дом, вы понимаете, дом у меня закрыт на замок. Они пришли зимой, домишко деревянный в снегу, они даже внутрь не попадали, они там внутри жене были. И они решили, что непригодны при замок. Правильно, я правильно же вас поняла? Там был замок. Внутри они не были. Почему они сделали вывод, что он непригоден для проживания? Значит, отчет об оценке, в принципе, суд его не истребовал, приобщили, да, к материалам дела. Я могу вам предоставить время сейчас ознакомиться. Вы сегодня намерены вынести решение? Это несущественное значение. Как же несущественное? Это жилое помещение, пригодное. Здесь о другом оценка. Вот именно, вы говорите о пригодности. Они говорят о нежилом. Несколько раз. Нет, они говорят, что оно непригодно, что все там ветхое сгнило. Они говорят, я вас услышала, что вы живете, вы указали единственный адрес для вашего проживания. Я вас услышала. Так, продолжаем. Дальше знакомимся. Знакомиться будете. Здесь по существу, здесь нормы и СНИПы. Как такового здесь вот и анализ работы оценщика. Нужно знакомиться? Нет, подвиги ничего. Так, мы на чем закончили? Это на ваших пояснениях? Я уже все, мне не что добавить. Вы еще не давали пояснения, я вам число не давала. А. Так, у нас, значит, выступили все представители службы судебных приставов, да? Пожалуйста, слушаем вас по существу. Я, к сожалению, только поверхностно ознакомлен с материалами данного дела, так как не являюсь представителем, который сопровождал данный спор. Но усомниться в действиях службы судебных приставов у меня нет оснований. Гражданка Ярцева Галина Валентиновна имеет существенную задолженность перед различными организациями и должна была понимать, что рано или поздно на сумму этой задолженности будет наложен арест на имеющееся у нее имущество. Давайте сразу. У вас вы можете говорить на интересы только той организации, за которую вы являетесь. УК-9, я правильно понимаю? Да, все правильно. Пожалуйста, вы по отношению УК-9. В отношении УК-9 нечего мне добавить, так как буквально только сегодня получил дело, представитель уехал, который им занимался, и, к сожалению, пояснений не могу дать. В отношении УК-9 судебный приказ, на основании которого возбуждено уголовное производство, отменен. У вас какие претензии? Значит, претензий нет. Вы в курсе, что судебный приказ отменен и исполнительное производство, как сегодня мы услышали? Да, я только смотрел, там сумма задолженности была 218 730 рублей, но, к сожалению, о том, что он отменен, я не был в курсе. Вы даже не в курсе этих обстоятельств? К сожалению, нет. Я не знаю, как это нам можете представлять интересовкам. Ну, еще раз тогда ставлю вас в известность. Приказа нет, исполнительное производство прекращено. По сути дела, интересы УК сейчас никак не затронуты. Не затронуты, да. Больше добавить нечего? Нет. У меня к вам тогда вопрос. Хотя я не знаю, целесообразно ли его задавать, если все обстоятельства я вам по делу сообщаю, а не вы мне. Настоящий момент. УК-9 обратилась в суд с иском о взыскании, либо не обратилась, либо вынесено судебное решение, либо иной судебный акт именно по этим требованиям. Я затрудняюсь ответить. Я вообще не в курсе. Буквально сегодня только заехал сюда, чтобы понять, что тут будет происходить. Потому что человек, которым этим занимается, уехал в Москву, к сожалению. Вопросы есть к представителю УК? Нет. Вопросов к представителю УК нет. У нас все выступили стороны. Присаживайтесь. Вопросы друг к другу участников процесса возникли? Нет.
следующая стадия судебного разбирательства – оглашение материалов дела. Уважаемый суд, я прошу сегодня не выносить решение. Вы сейчас… Это пригодный для проживания дом. Я готова это доказать. Он пригодный для проживания. Вопрос не в том, что мы живем или не живем. Он пригодный для проживания. Я вас услышала, Галина Викторовна. Итак, последние материалы дела. Письменные возражения надо приобщить? Если желаете, пожалуйста, приобщите, пожалуйста. Так, постановление о наложении ареста на имущество должника – это именно то постановление, которое оспаривается в данном судебном заседании от 15 сентября 2014 года. И еще раз напоминаю, что в указанном постановлении указано исполнительное производство, именно где взыскателем является УК-9, за должность в размере 218 130 рублей 98 копеек, должник Ярцева. Основание выдачи исполнительного документа – это судебный приказ, выданный судебным участком 33 Великого Новгорода. И установил должник не исполнил требования исполнительных документов, суммы предусмотрены добровольное исполнение должнику принадлежит следующее имущество, жилой дом, расположенный по адресу Новгородский район, Новая Мельница, 345, квадратный номер такой-то, земельный участок, и постановил произвести арест имущества жилого дома и земельного участка. 20 октября было вынесено постановление о назначении ответственного хранителя на должность потом 20 октября. Постановление о принятии результатов оценки 29.01.2015 года. Я правильно поняла, вот при этом постановлении вы как раз и получили оспариваемое постановление, да? Да, да. Правильно поняла, да? И тогда уточняю, вы видите, все-таки в ходе судебного заседания, вот вы оставили требования о действии незаконными, выражаясь не направлении исполнительного документа, коль вы приложили все эти документы. Я как должна расценить? Именно этих документов или вот что вы направили? Вы понимаете, уважаемый суд, учитывая вот эту вот всю практику, может быть, там еще какие-то были исполнительные документы? Но вы приложили вот эти. Да. Об этих вы знали? Да, об этих, ну сейчас вот об этом. Еще что-то может быть вылезет, и я о них не знаю. Ну, вот. Значит, об этих? Об этих, да. Об этих, верно. Значит, о постановлении о наложении ареста на имущество должника, о постановление о назначении ответственного хранителя 20 октября 2014 года и постановление от 29.01.2015 года о принятии результатов оценки. Нет, но это я получила, это я не прошу. Это я получила. Значит, вот эти двух? Да. Потом я к вам вопрос возьму, хоть если я не делаю. Постановление о назначении ответственного хранителя от 20 октября 2014 года получила у вас сердце? Ну, отправлялась. А направлялась куда? На Псковскую. На Псковскую. Понятно. Ну, в сведении тоже пока. О том, что направили. О том, что у нас начальник хранителя есть. Есть? Давайте. Пожалуйста, что у вас есть? Это электронный отправка без исходящей корреспонденции. Просто почта не направлялась по адресу Псковского. Но это простой корреспонденция, да, я понимаю. Может, без уточнения. Без уведомления. Простое. Простое. Ну, грамотно. Скажите, пожалуйста, а почему вы на мое имя корреспонденцию не направляете в Кремль? Москва, Кремль, Ярцевый. Я там тоже не живу. В соответствии с исполнительными документами адрес был у нас Псковского указан. Куда и направляете документы? О, Господи. Определение я сделала 8, это об отмене. Нет, извините, да, об отмене судебного приказа. Отменю. Мировому судью судебного участка номер 28 июля 2014 года. Далее приложено сообщение старшему судебному приставу исполнителю.
которое направлено именно в службу судебных приставов, и копии лицам указанным. Близко к Ярцеву указано по космонавту. Так, и направляется определение вышеуказанное. Одновременно прошу вернуть указанные судебные приказы в отношении, видите, перечисляются в том числе и Ярцевы, без дальнейшего исполнения на судебный участок номер 33 на Городском судебном районе Городской области. Мировой судья Колесникова направляет 31.07. Такое возможно? Мы с продительным письме видели, что направлено судебному старшему судебному приставу исполнителю Великому Новгороду. Так как у нас два отдела городских, это первый, второй, здесь не указано, какому именно. Дело находилось в первом отделе, и все остальные должники, я так понимаю, находятся в первом отделе по адресу космонавтов. И тут же на справке видно, что все эти лица проживают по адресу космонавтов 26. Адрес космонавтов относится к первому отделу. Возможно, данный документ был направлен в первый отдел, а до нас он не нашел. Нет, а в первом отделе не знаете? Не знаю. Ну, скорее всего, было. Нет, почему? Мы его оспарили. До нас он не дошел. Скрутчатый куда-нибудь делся. Присаживайтесь. Мы знаем эту сумму, и если мы будем подавать иск, то мы будем оспарить. Вы сколько составите? Так, понятно. Далее. Так, ну, исполнительное производство мы уже посмотрели. Дальше это исполнительное и постановление, вернее, определение суда о приостановлении исходного исполнительного производства. Остальные материалы тела уже оглашались, закладывались. Так, ставлю в сторону известность, что вот те недостающие материалы, которые отсутствуют материалы, там все исходное исполнительное. Нет, это не все, это не все. Но все-таки вот я их, во всяком случае, я их приобщу. Да, уважаемый судья, я прошу огласить мое пояснение от 19 августа 2014 давайте года. Давайте найдем его материалы гражданского дела, но там хорошо, есть что-то. Хорошо, давайте будем еще раз искать. Давайте, не возражаем. Так, посмотрите, вот пошло ваше исполнительное производство. Вот, оно пошло сейчас, я так самое начало. Жилье, и оно пригодное для проживания. В этом доме росли мои дети. В жилом доме я
начинала делать газету «Русский караван», из-за которой меня рвут на части, как шакалы раненого льва. При решении вопроса о больнице дома прошу учесть данное обстоятельство. 19 августа 2014 года. Так, я зачитала ваше заявление, и мы его приобщаем к материалам дела. Так, далее, ну вот те документы, которые мы приобщили сейчас еще, да? Так, не озвучала. Вот мы приобщили по вашему заявлению то, что касается другого исполнительного производства. Пожалуйста, что вы хотели по этому поводу сказать? Значит, приобщенное исполнительное производство содержит судебные акты, которые были приняты в отношении заявителя, и из этих судебных актов, в частности, приговор суда, постановление суда, заявитель указывает свое место жительства по Псковску. В принципе, это обстоятельство оно было установлено сегодня на заседании. Заявитель не отрицала, что она фактически проживала на Псковской и в течение 2014 года. Поэтому... Не в течение, зачем вы, я же так не говорила. До определенного периода, давайте еще называть, что это другого. Поэтому мы хотели, вот, чтобы обратили внимание сюда, на то, что фактически адрес проживания был изменен. И, значит, вот еще все документы исполнительные, которые поступали на исполнение, но большинство из них также был указан этот адрес. Поэтому пристав всю документацию, все первоначальные действия совершал по этому адресу. Понятно. У меня вопрос в связи с этим. Еще раз, Галина, я уехала, еще раз объясню. По Псковске, когда мы проживаем? Значит, на Псковской мы прекратили проживать в прошлом году, в 2014 году, значит, в конце февраля, наверное, в первых числах марта, наверное, вот так вот. Весной. В общем, короче говоря, это являлось съемным жильем. Это являлось съемным жильем. Кто является собственником сейчас этого жилья, мне даже вообще неизвестно. Я не знаю, кто эти люди. Кто там сейчас проживает или не проживает, мне неизвестно вообще. Когда началось, если уж говорить об уголовном деле, когда началось уголовное дело, то я действительно еще проживала на Псковской, потому что они сотворили это еще в 2013 году, всю эту провокацию. Меня же не выпускали из зала суда, пристав стоял, как сдохший разъединенный в рот, меня же не выпускали, потом меня же судили, что я, видите ли, толкнула. Но это к делу не относится, то есть понятно, с кем имеем дело. Так вот, уголовное дело было возбуждено по заявлению этой потерпевшей еще в 2013 году. И тянулось очень долго. Поэтому первоначально в материалах уголовного дела действительно был указан этот адрес Псковской. Но для того и совершаются исполнительные действия. Но вот у меня возникает вопрос, на который я никак не могу найти ответа, получить у приставов. Но если 19 или 29 августа я пишу, что направляйте, я живу там, направляйте мне на загородную корреспонденцию, зачем, для чего, почему, с какой целью направлять на Псковскую, если вообще я не имею к этому жилью никакого отношения? Ну почему не в Кремль? Почему не на Софийскую площадь, дом 1? Ну почему? Я никак не могу это, вот исключительно для того, чтобы я точно не получила, и чтобы точно провернуть за моей спиной продажу за 3 копейки, как будто бы с чужим. Сейчас я посмотрю, я сейчас выяснила, стоимость земельных участков уже выросла, это уже 4 миллиона. Сейчас они за 400 тысяч якобы случайно продадут. Там уже очередь. Вообще это возмутительно. Что было не дать вовремя, то есть если бы они хотели, приставы, просто действовать в рамках исполнительного производства и просто исполнять решение суда, они бы делали все, чтобы меня известить. Если она хотела, судебный пристав, меня известить по телефону, и он, допустим, не ответил, это вранье, она бы отправила смс-сообщение, потому что ранее она так делала, когда ей надо было. Либо они бы направляли корреспонденцию на загородную. Их действия были направлены заведомо, умышленно на нарушение моих прав, на незаконную продажу моего единственного жилья. То есть то, что это жилье пригодно для проживания, оно пригодно. Что тут кто написал, я не знаю. Тут что полностью разрушено, пристройка разрушена. Мы ее разобрали. Вот и все. Значит, не заходя внутрь дома, написать, что там конструкции что-то там ветхие, несущие, только при капитальном ремонте, я считаю, что это, конечно, Филькина грамота. Это все исключительно притянуто за уши под будущее решение о продаже своим домашним.
Так, исследование материалов дела мы закончили. Все материалы огласили. Пожалуйста, перед выступлением в прениях мнение заинтересованных лиц. Потому что в прениях вы уже выступаете. Слушаю вас. Молодечко. Ну что вы считаете, подлежит удовлетворение, не подлежит, что... Нет, подлежит удовлетворение. Что просите суд? Отказать все время. Все у вас, требования от полной. Пожалуйста, слушаю. Заявление требования согласно, вы не согласны, можете через просьбу отказать. Я, пожалуйста, слушаю. Уважаемый суд, с учетом исследованных в судебном заседании обстоятельств и изучив письменные материалы по делу, значит, в полном объеме поддерживаю все те обстоятельства, которые были мной уже высказаны. Вот, хотела бы акцентировать внимание с учетом вот последних замечаний относительно того, что оспариваемое постановление вынесено в рамках одного конкретного производства, исполнительный документ, по которому в последующем отменен судом. Вместе с тем, обращаю внимание суда, что на исполнении находилось сводное исполнительное производство. Все действия, которые проводятся по исполнительному производству в рамках сводного, несмотря на то, что указывается конкретный номер, распространяются на взыскания, которые подлежат исполнению в отношении конкретного лица, действия по которому проводятся. То есть указание конкретного производства, указание конкретного исполнительного листа не свидетельствует о неправомерности или незаконности совершенных действий, поскольку вот эти действия, они распространяются на все сводное производство. И в последующем данный арест, он также будет применен и использован для исполнения сводного. Вот. Еще акцентировали внимание на неизвещение должника заранее о действиях, совершенных 15 сентября. Почему заранее мы не известили заявителя о том, что будет арест? Вот извещение должника в исполнительном производстве, оно определено в статье 24 закона об исполнительном производстве. Там определены способы и каким образом мы извещаем. И какие-то сроки... На которые бы, например, было указано, что мы заранее, там, за день, за три должны извещать, они не установлены. То есть судебный пристав, исходя из конкретных обстоятельств, исходя из конкретных материалов, принимает решение о совершении действия и может любым из указанных в законе способов известить об этом должника, что, соответственно, и было сделано судебным приставом. 15 сентября составлена телефонограмма, которая подтверждает факт извещения о планируемых действиях. Ну и в окончании все-таки тоже хотелось бы сделать акцент на то, что управление не спорит, пригодно оно, непригодно, мы говорим не об этом. Мы говорим о буквальном толковании части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса. Так вот, она звучит таким образом, что не подлежит обращению взыскания на жилое помещение. Жилое, то есть там стоит ключевая фраза, жилое помещение, пригодное для постоянного проживания и так далее. Мы говорим о норме закона, которая определяет действия пристава в силу обстоятельств, по которым не может обращаться взыскание. Так вот, жилое помещение и дальше его характеристики, они определены в следующих актах, в жилищном кодексе, в постановлениях правительства. И с учетом именно этих норм судебный пристав принял такое решение. Поэтому, с учетом всего изложенного, мы просим признать действия правомерными, в удовлетворении требований заявителя отказаться. Ваше мнение? Поддерживаю. Судебный пристав? Или заявитель? Да, судебный пристав, исполнитель. Уважаемый суд, я прошу возобновить производство по делу. А мы уже закончили, при нем не перешли. Вот, все, уважаемый суд, я прошу отложить судебное заседание, предоставить мне время для того, чтобы я сбегала в этот штаб-квартиру Билайна, взять централизацию звонков, для того, чтобы подтвердить их вранье. Никуда они мне не звонили 15 числа. Хотели бы, они бы дозвонились. Они же душу вынут, когда им надо дозвониться. Не звонили мне они мне 15 числа и не делали попыток. Я прошу предоставить мне время для истребования вот этих детализаций, представления суду, доказательства того, что они врут. Это по одному единственному звонку, в котором есть телефонограмма. Да, за него же зацепляются все, что якобы я знала. Нет, вы сказали, что 15 сентября. 15 сентября. Да, вот за этот день. Там написано телефонограмма неоднократно, 15 сентября. Вот так там написано. Прямо да, не 10 часов неоднократно. Угу. Я прошу, уважаемый суд, это очень важно, и я прошу предоставить мне время. Галина Алексеевна, вы же убеждаете, вам не дозвонились, я на не отрицаю, что не дозвонилась. Значит, что значит не дозвонилась? Вы хотите,
доказать, что вообще не звонили. Они, конечно, они не звонили. Потому что скажут, вот не дозвонились, а вы же не перезвонили. У нас же презумпция виновности Ярцевой. А вы вот не перезвонили, а вот вы не сообщили. У них там бардак в документах, они там этого отмену решения не увидели, она у нас у них валялась. Нет, а вы же не сообщили приставу. Да что ж такое-то, а? Я хочу это вот подтвердить. Пожалуйста, мне не участие по поводу заявленного ходатайства. На усмотрение суда, уважаемый суд, но в целом полагаю, что факт доказан. Как это факт доказан? Вы от себя можете что угодно написать. Как это факт доказан? Кем это заверено? Телефонограмма имеется, номер вы не оспариваете, номер, с которого пристав звонил, тоже закреплен. А факт? Нет, секундочку, можно написать все. Мой номер напечатан в газете «Русский караван», и только ленивый не знает его. Или те, кто потеряли. Послушайте, мало ли что вы написали, что вы звонили мне на этот номер. Но вы написали, это как, это, что значит, что за наглость? Пристав написал, значит, факт доказан. Да что это такое в самом деле? Нет. Вот факт детализации, вот доказательство. Я прошу дать мне время. Рассмотрение суда. Суд с учетом нового вещественного процесса определил удовлетворение заявленного ходатайства отказать, так как у нас предмет судебного разбирательства и именно выяснение обстоятельства, которое является не того, звонили не того, а извещена ли она. В данном случае вы утверждаете, что нет, звонить извещения нет. Мы выясняем, извещена или нет. Все. Поэтому от того, что написали, не дозвонились, не является надлежащим извещением. Мы исходим из тех обстоятельств, которые необходимо доказать. Так, далее стадия закончилась, она исследование и дополнение. Стадия судебного разбирательства, судебное мнение. Пожалуйста, Галина Ильина, слушаем ваше выступление судебного мнения. Я считаю, что обоснованность моих требований доказана, и в частности документами и пояснениями заинтересованных лиц. Значит, не отрицают и подтверждают судебные приставы, что при вынесении постановления об аресте 15 сентября 2014 года это постановление направлялось по адресу, по которому я не проживаю, при всем при том, что подтверждают приставы и документы подтверждают, что на момент вынесения этого постановления имелось в материалах исполнительного производства мною собственноручно в присутствии судебного пристава написанное объяснение, в котором я указала адрес своего проживания, то есть адрес, и адрес получения корреспонденции, загородный дом 15. То есть имея достоверную информацию о том, куда направлять и где меня искать, пристав умышленно, целенаправленно направлял, если вообще направлял исполнительные документы по адресу, по которому я заведомо получить корреспонденцию не смогу. Умышленно нарушал мои права. Это первое. Поэтому я только именно по вине пристава это постановление получила только вот в январе. И то с боями с третьего присеста. Что касается, того, что является ли это пригодным для проживания жилое помещение. Значит, фотки они настряпали, да? Ну, там же на фотографиях видно, что это жилой дом, это строение, которое имеет крышу. То, что там нет без окон, без дверей, пусть не врут. Сами же сказали, на дверях висел замок. Значит, двери есть, и окна есть, одно окошко открыто. Для того, чтобы, между прочим, грибок не появлялся от сырости. Вот. Дальше. Это же оно пригодно для проживания. Значит, это там кто-то у них ходил, эксперт, оценщик. Они только с внешней стороны посмотрели дом. Внутрь они не попадали. Вывод от какой-то ветхости каких-то несущих конструкций сделан, от балды. То есть там, ведь эту оценку проводил, я хочу вам сказать еще, как следует из документов, оценку проводил оценщик, то есть человек, условно говоря, продавец по специальности, так?
При проведении оценки, как я поняла, ни архитектор, ни строитель, никто не участвовал. Выводов, вот я посмотрела вот эта оценка, там всякие лицензии, там что-то какие-то расчеты, теория, как оценивать землю подешевле, чтобы подороже продать налево. Ну, понятно. А я не увидела там, что производились ли какие-то замеры, с каким образом, с помощью какого инструмента было установлено, что какие-то там конструкции в этом состоянии. Визуально, но визуально это не делается. Я знаю, как это делается, визуально не делается. То есть инструменты не применялись, приборы не применялись. Специалисты в области строительства не участвовали. Участвуют только вот визуально вот такие же специалисты, как представители управляющей компании номер 9. Даже тут на фотографии, как он сказал, на фотографии видно, домик заменен снегом, он уже не живой. Зашибись. Уважаемый суд, я еще раз обращаю внимание на политически мотивированный характер действий судебных приставов, на то, что это заключительный акт травли в отношении меня, потому что, конечно, если вы у меня отберете это единственное жилье, и... ну все, считай, государство меня сдало бандитом. Ну тогда что, уже все, как жить с этим, я не знаю. Соглашается священный пункт для внесения решения. А направления нет? А у нас все, Специально Резолютивная часть решения будет оглашена в 16:00. Если участники не желают, вы можете позвонить номер телефона, пожалуйста, и вам будет объявлена резолютивная часть решения. А на сайте не будет? На сайте не будет?